Армысын Қазақстан, сіздермен бірге Ермек Нарымбай. Бүгін қонақта Алмас Мұратов. Туған жері Алматы, бірақ қазір ол Алматыда, Қазақстанда емес, ол Польшада, Варшавада мүмкін. Сосын сіз айтасыз, қай жақтан нақты, қай қаладан сіз қазір. Бүгін Алмас менен сұхбат алады. Сондықтан мен жауап берем Алмасқа. Алмас, армысыз? Вот я иду бастайн. Салам алейкум. Сол қазір мен оқудамын, магистратурам осы жақта Польшада, и қазір тұрып жатырмын қалада Ченстахова. Онша көп үлкен қала емес. 200 мың басындай население. Қанша километр Варшаваға? Шынын айтсам, оны білмеймін. Алыс па? Қанша уақыт алады? Поезда 3 сағат па алады, 3-4 сағат поезда. Онша алыс емес, Краков жақын, Краков Катавица жақын осы қалаға. Ол қай воеводина? Шлёнская. Ага. Мен қалай қазақша айтсам болады, Шлёнская. Осы жақта направлением IT направление сол қазір енді ақырғы семестр қалды, сол енді бітіріп жатырмын. Уже қанша жыл Польшада? 4 жыл ма? Жоқ, мен бірінші 4 жыл менде болған Санкт-Петербургта, Россияда бірінші бакалавриат, иә, сосын магистратура осы жақта 1 жыл 6 ай болады. Қазір уже 1 жыл болдым осы жақта, енді 6 ай қалды. Иә, 6 ай қалды. Содан кейін Қазақстанға келесің ба? Сол ойлап жатырмын, иә, енді конечно хотелось бы келуге қайтадан Қазақстанға. Алматыға, иә? Иә, Алматы қай жерде тұрасың? Рысқұлов момышұлының қасында. Рысқұлов момышұлы. Олимпийская деревня соның қасында. И мен еще семьяда бір балам, и бізде қазақтарда бала әкешелерімен қалу керек обычно, иә, содан кейін. Мен Алматы білесің мүмкін, екінші ықшам ауданы, Матазалка, Абая, вот сол жерде мен отбасым, менің балаларым әлі тұрып жатыр Қазақстанда, Алматыда. Сағындым. 5 жыл көрмедім. Әрине. Мүмкін келем. Рахмет. Польшада қалай жағдай? Қалай айтса болады. Қазір пандемия, иә, и көп нәрсе жабылған. Ол жақта периодически ашылады. То есть, естественно, қалай айтса болады. Правительство түсінеді, что бизнес тұру керек, бизнес істеу керек, и там бір айға ма пандемия сәл, как сказать, локдаунды сәл тоқтатады, и бір айға там торговый центр, магазиндар, ресторандар біраз ашып тұрады, иә, бірақ қайтадан кейін бәрі жабылады. Сол сияқты. Неудачно попал. Я, мен, получается, ойладым, что, естественно, кішкене көрем Польша, потому что мен до этого Евросоюзда вообще болмаған, да? Бірақ қашан келдім? Анау жылда, февральда келгенде, февральдың ақырында, и, по сути, болдым только уақытта Ченстаховада, өзім қаламда, да, неқта? И Варшавада бірет болды. Ал саған... Варшавада, Польшада қызық па? Вот Санкт-Петербург, Ресей қарағанда. Санкт-Петербургте қалай болды? Польшада қалай болды? Санкт-Петербургта. Мен еще Москвада тұрғам. Қалай салады. Мен, получается, әкем басист болған. У Андрея Губина, может, Танис. Ес. Содан кейін мен, наверное,
Бір, екі жылдан бастап, со Москвада тұрған, қанша 12 жыл тұрған, сояқтан. Кейін қайттан Алматыға келдім, иә. И сосын бакалаврға қайтадан Питерге бардым. И сол жерде қалай, қандай жағдай? Питерде ну, Питер маған Москвадан қаттырақ ұнайды. Да? Иә, білмеймін, Москвада қалай айтса болады. Такой город, ну, к иностранцам вообще, так сказать, в Питере помягче, в общем, к этому относится. Маски людей шовинизм куппа? Хвалится была, да. Ну, арене, он дает курицам. Ну, мента, у них там начальник класса до Уханда, брабалдар, да, естественно, я, наверное, китаец или что-нибудь такое, я. Брах, арене и нормальный остров, так что ну, процентаж, естественно, Булада, брах, более-менее, ну, хватит, Кобисы, по крайней мере, верняет, поэтому конкретно. Питер, да, ну, тоже бар, брах, как сказать, ну, там больше людей, которым, в общем, все равно, я. Ситуация, Влад. Европейский халаба? Я побольше, наверное, так. Я свой Алмаз, Влад. Алмаз, вот син маски уде, получается, бірінші класстан я оқытын, да? Я, я. Ал Питерде син мектеп бітірдің ба? Жоқ, Питер, мен Алматыда бітірген мектепті. 165-ші мектепті бітірген. Алматыда, я? Ага. Я. И содан кейін Питерде, ну, бірінші курс университеттен бастаған бакалавриат. А Москвада сен қанша жыл тұрдың? Қанша жыл мектепке жүрдің? Қанша класстар? Қазір там 7-ші класқа шейін Москвада оқығанмын ғой, 7-ші класқа шейін. Оқу. Иә, и, ну, ясно дело, как сказать, история там в России, все такое, я сам Москвадан блем, и блем халай там как в истории у них там написано и так далее. Молчать, Москва до сих жақсы білесін. И Санкт-Петербург до жақсы білесін. Ну так, я более-менее. Қалай сен білесін? Польшада саясат, бостандық, вообще свободы сильно больше, чем в России. Қалай қарайсын сен? Ну, наверное, я, вот потому что, короче, когда мен Питерде, наверное, ахырын курсыда болғанда, как сказать, Питерде вот эти начались проблемы с митингами, я, все такое. Болотная площадь, я. Я, и, ну, да, эффект болотной площади, короче, как раз и сказался на Питере, и там еще как-то терактарма была, короче, была не то метро, да. И с Данкин, например, были моменты, когда ты мог выйти из метро, и тебя просто спросили вот, показать телефон, телеграм, хандай канал, да, барсон телеграм, да, все такое. Ясно дело, бухтаун, да, кизесу, ну, Польша, да, это, как сказать, ну, нонсенс, я. Я даже в Казахстане бы надо жопу, чтобы полиция кушать, сразу всем хай. Ну, телеграм курсече, ватсап курсече. Я, я, со, друс. И еще, как сказать, ну, какое-то предвзятое отношение к тем, где саха была твоя, да, борода я такая густая. Мен, например, часто брезен жүргенде метро, да, ну, мен, енді, көп сұрамайтын еді, типа, ну, көп сұрақ бермейтін еді, сондай. Бірақ досым болған, белорус, я, и өзі, как, ну, выглядит как славян, как славянин, я, и просто борода сандай үлкен болғанда, и именно сонымен всегда бізді тоқтататын еді. И өзі да айтатын еді, что біреуі жүргенде. Он славян, я? Я, бірақ он славян, с Беларуси. И вот, грубо говоря, там просто видит, как бороду, ну, и считает. Ол не, мусульман ба? Жоқ, ну, типа, славянин. Мода, я. Я, просто такая вот мода, как густая борода и так далее, я. Ну, все равно просто останавливали. Ну, я уже не говорю о том, что там Досын Ван, таджик с Таджикистана, я, ну, там один из моих лучших друзей, и, ну, с ним, когда хочешь, это
постоянно там останавливают в метро. Это заходишь в метро, останавливают, выходишь в метро, останавливают. Ну, в общем, да, да, такое было. И ну, просто такое, как сказать, типа предвзятое отношение вот к таким в плане... Ну, постоянно же ты же каждого не будешь проверять. Ну, их тоже можно, конечно, понять, что, типа, там теракт был, нет, и все такое, там, думаю, там, не надо проверить, но... Алмаз, менде көп сұрақтар, мен ешқашан қоймайын, керек болса 5 сағат сені сұраймын, мынау туралы, мынау туралы. Сенде де маған сұрақтар бар, қандай бар? Иә, әрине, мен енді, как сказать, әне политикада все такое, онша... Жақсы алыспайын, я, как вообще жақсы білмеймін. И білем, что сізде каналында как обширный, я там о разных темах разговариваю, там, начиная от политики, я везде в Казахстане, и заканчиваю там, ну, как раз таки, расовыми проблемами и все такое. Но меня сейчас, типа, в первую очередь интересует ситуация в Казахстане. И вот... как сказать, основной мой вопрос — это ну, что делать именно со страхом людей, блин, Николай, Савлад, у нас в плане, как сказать, смотришь, например, каких-то ну, оппозиционных политиков, это, наверное, в первую очередь, где самый популярный Наблязов, блин, точно, ну, по аудитории я точно не знаю. И как? Ну, ясное дело, ну, часто призывают на митинги, ну, рассказывают адекватную причину и так далее. Не знаю, там уже кто не соглашается с ним, там, кто соглашается, но в любом случае есть причина там, пойти на митинг, и, как сказать, многие люди видят обычные проблемы, я везде, вот там, да, брах, как бы просто бармайда, хотя там, ну, тоже... Что-то ты имеешь, что много людей не идет. Объясняет, вот я считаю, что основная проблема это именно страх, недоверие, как сказать. Ну, понятное дело, что никто не доверяет нас полиции, я и все такое, но мне кажется, вот очень главный, ну, важную роль играет именно недоверие к своим же людям, в плане, что ты выйдешь, а другие не выйдут. И ну, вот я уже начинал эту тему, да, вот, с вами в Телеграме. Еще если я. Вот эту часть буду рассказывать на русском, просто мне так легче объяснить. Жақсы, жақсы. Сен айтын, қазір Навальный штаб, Навальның штабы, қазір жаңа технология шығарды, айтты. Каждый отмечает себя на электронной карте. Да, да. Егер, допустим, қарапайым Сауле, электронная карта да қарайды, о, 500 адам, 500 адам келді мынау алаңға, мен келсе жалғыз болмаймын. Көп адамдар болады. Страх пропадает. Я. Да. Очень жақсы идея. Вообще, об этом я еще думал давно, и я писал где-то, может, 3 или 4 недели назад краски Телеграму ДВК. Ну, они мне не ответили. Но я им писал, типа, потом... у меня первая идея была, это как, знаете, может, видели у стримеров, когда... Прерывается видео. Интернет. Ставить свой донат гол такой, да, типа как 5 рублей, да, например. И люди там кидают, там прислали сколько-то рублей, и вот так заполняют всю шкалу, да. И вот такой, типа, как некий, ну, донат гол, грубо говоря, называется. А и... ты мог бы, вот, Алмаз, как бы, вот, как же сделать нам так, чтобы я мог тебе дать разрешение? Ну, ладно, я сейчас в этом видео не получится. Я бы хотел, чтобы ты это показал на экране. А, понял, понял. Да, и как бы, ну, вопрос у тебя был, и одновременно ликбез, чтобы я понял, зрители поняли. И, возможно, мы сможем это сделать, но сейчас, по-моему, это не получится. Тут внизу есть, есть кнопка демонстрации экрана, но я не знаю, получится у тебя... Я могу, наверное, просто вам скинуть картинку именно того, как это примерно выглядит, именно связанное, ну, донат гол связанный с деньгами, да, типа... Давай тогда сделай так, ты мне перекинь прямо в чат здесь, а я это открою, и тогда зрители увидят. Да, давайте сейчас. В чат закидывай, а я нажму ссылку, и тогда ты прокомментируешь. Угу. Так. Видишь, да?
чат. Да, вижу сейчас. Ага. Өте жақсы болады, егер халық, жастар біздің қарайды. Вот. Ага, түсіндім, ссылку вижу. Так. Кликабельно? Да, собрано 5000 рублей из, да. 20. Что нужно нажимать? Ну, это просто как картинка, например. Я хотел сказать, что вот получается вот этот вот такой гол можно поставить, допустим, у нас, ну, на, допустим, на поставить канале. Такой гол, да, на город, например, Алматы, да, и, ну, грубо говоря, цель там митинга собрать в Алмате, не знаю, человек там 5 тысяч, например, да, 5 тысяч, или на район в Алмате, да, и так, грубо говоря, человек там регистрируется, не знаю, там по имейлу, по почте, через Телеграм, и, ну, и соглашается с тем, что он пойдет, да. И так ты видишь, что у тебя, грубо говоря, в городе, или вообще лучше будет, конечно, в районе, собираются именно люди, и ты видишь, что ты не один. Ну, и как это какая-то, ну, хотя бы небольшая, но гарантия того, что, например, на митинге будет определенное количество людей, типа 5 тысяч или сколько-то. И мне кажется, это сильно поможет именно психологически людям просто не так сильно бояться выходить, что, ну, и доверять просто типа окружающим. А вопрос можно? Алмаз, да. Вот хорошо, люди как скажут, ну, хорошо, а как это будет помогать митингу? Допустим, именно денежный вопрос. Ну, допустим, мин бижуса тенге тулимен много канала. Насколько этот, не знаю, там, Киви кошелек или что-то, или там, или Яндекс кошелек, или донаты, насколько это анонимно, насколько это безопасно, раз. Насколько это поможет митингу, два, на что будут потрачены деньги. Третье, общественный контроль, чтобы деньги не украл кто-то, допустим, который организовывает, чтобы он не украл эти деньги. Скажет, что вот пришло только 1 000 000 тенге, а что реально 5 миллионов тенге пришло, никому не расскажет и украдет. И как это поможет массовости выхода на митинг? То есть он будет видеть, что собрали большую сумму денег, значит, людей много, и значит, если я приду на митинг, мен жалғыз қарапайым адам болмаймын митингте. Я, наверное, не совсем понял, что я имел в виду. Это не относится к деньгам. Вот это просто пример того, именно, как сказать, вот эту шкалу просто вот в моем примере использовали для денег. Я имею в виду, вот эту шкалу мы будем использовать для сбора людей. Типа там, грубо говоря, ну, это вообще никак не связано с деньгами. Это получается... Все. Да. Тогда нужно, знаешь, как сделать? Тогда нужно сделать его, как бы, ну, какую-то схему и показать, как это работает, и провести маленькую презентацию. Я тебе могу дать канал, ты можешь на моем канале это пару раз как-то вот показать и попробовать, чтобы люди услышали тебя и использовали. Неважно, какое оппозиционное движение, без проблем. Все пусть эту идею хватают, используют. Если это поможет организовать народ на большой митинг, это будет классно. Согласен с тобой. Да, вот, и, да, ясно дело, моя цель — это там не выбрать определенного какого-то человека, ему помогать или что-то такое, это просто как какой-то инструмент, чтобы каждый оппозиционный политик, человек, ну, знал, скажем так, мог посмотреть, грубо говоря, что он не один и так далее, да. Вы в этом плане правильно поняли. А дальше, как я, ну, когда уже видел вот краски то, что сделал Навальный, он сделал что-то подобное, только он, получается, ну, у него нет именно какой-то определенной шкалы. Там просто люди регистрируются, и там показывается адрес, где находится этот человек. Вот, типа так. И получается, цель Навального в том, чтобы, грубо говоря, допустим, ты в каком-то доме, да, живешь, и видишь, что в этом доме еще есть несколько людей, которые тоже хотят, ну, пойдут на митинг и так далее. Вопрос. Будет ли возможность у меня узнать, кто же патриот в соседнем подъезде? Это раз. Второе. Да. А будет ли ФСБ или КНБ это наводкой на то, что вот, оказывается, возле моего офиса в этом доме находятся 3 навальнята? Надо вот два вопроса. Да, вы тут в этом правильно, ну, правильно мыслите. Да, ясно дело, скажем так, нашему этому сервису, он не должен показывать имя и фамилию, да, этого человека. И... Понятное дело, что любой человек может зайти на этот сервис, и это может быть, ну, там, КНБшник, не знаю, человек там с правительства и так далее, да, он тоже может смотреть. Но главная задача, чтобы не показывались имена. И либо это надо делать так, чтобы вот
расширить в плане, чтобы не показывал именно не в подъезде, да, а именно в каком-нибудь там, не знаю, небольшом округе квартал. Или как-то, да-да, квартале, вот так вот, чтобы, ну, ясно дело, там, не будешь ты каждого человека в подъезде проверять, ходить, да, спрашивать, ты там что, идешь на митинг и так далее. Да, типа, как-то это, ясно дело, можно апгрейднуть, и не будешь же полицейский кто-то там проверять каждого. Но вот почему я писал именно ДВК, я просто, вот это мой второй, наверное, вопрос. Я не знаю, как вообще работают команды, да, у вас, не знаю, есть команда или нет. Ну, я предполагаю, что у Облязова есть команда, но я не знаю, сколько у него большая, да. Ну, например, у Навального, там все знают, что у него прям штаб огромный, и в плане и IT-команда у него неплохая, скажем так, да, и аналитическая команда неплохая, вот. И по этой причине я как раз писал в ДВК, чтобы узнать, есть ли у них в плане команда, и я сам, ясное дело, не особо опытный разработчик, там сколько, я писал, вроде, типа, у меня именно коммерческий опыт, это где-то 2 года, как бэкэндер. Ну, скажем так, я, ясное дело, готов помочь, ну, именно разрабатывать это и разрабатывать, типа, ну, понятное дело, бесплатно, как волонтер, не знаю, вот хотелось бы просто узнать, есть ли, грубо говоря, еще люди в команде, не знаю, у ДВК или у кого-то еще, чтобы вместе как-то организоваться. Понятно. Ну, мы, в принципе, рады с тобой сотрудничать и в этом плане готовы услышать мнение всех других программистов, компьютерщиков, которые специалисты в этой области. Любые технологии, которые будут на благо самоорганизации народа, а это система самоорганизации, которую ты рассказываешь, электронная система самоорганизации народа, это плюс, это огромный плюс, его нужно поддерживать всеми силами. И все, что ты можешь придумать, все, что мы можем вместе придумать, вместе обсуждать с привлечением других зрителей и специалистов, я буду этому рад помочь делать. Если в итоге, в конце концов, это подхватит потом какое-то новое движение со своими специалистами, потом это скопирует и его модернизирует какое-то третье движение, четвертое и так далее. Неважно, кто там. То в этом плане это будет классно, если мы с тобой это начнем. Я буду просто рад тебе помочь и буду рад помочь нашей стране это все сделать. И если, в принципе, это будет, я думаю, что это приблизит демократию. И еще один момент. В целом, история политическая Казахстана делится на две части. До интернета и после интернета. Когда до интернета интернет заменяли газетные, бумажные газеты, журналы и так далее. И устная речь там на улице, допустим, по телефону передавала там. А все это закрывалось, телеканалов не было, радиоканалов не было, поэтому власть спокойно думала, что мы будем держать все под колпаком за счет КНБ и за счет запрета средств массовой информации. С интернетом эта монополия государственная исчезла, и они до сих пор не могут решить вопрос, как заткнуть мне рот, как заткнуть там другому, третьему, четвертому. И мы с тобой сейчас свободно обсуждаем. На меня может выйти и прийти, как ты, разговаривать и из Венгрии, и из Алматы, и из Караганды, с любого города земного шара, и мы в этом плане полностью свободны. Где бы казах не был бы, где бы не учился бы далеко или внутри Казахстана, мы можем всегда свободно поговорить, пообменяться мнениями, как в закрытом режиме, так и открыто, публично, на глазах у тысяч людей, которые могут подумать, ага, Алмаз толковый вещи говорит, надо попробовать его идеи воплотить, может быть, модернизировать, может быть, реализовать, может быть, вот так сделать, реформировать и так далее. А может выйти вообще на Ермека, на Алмаза и вместе попробовать что-то какое-то сделать, группу и так далее. То есть, слава богу, в эпохе интернета, социальных сетей, Facebook, YouTube, власти не лишены возможности заткнуть рот, и теперь мы эту свободу слова реально вытащили наружу, и у них есть, хотя суды, парламенты, выборы там, и так далее, власти, репрессивные органы, но они не могут заткнуть народу уши и не могут заткнуть нам рот, и поэтому мы народу объясняем, и народ слышит, и уже зреет, и взрослеет, и становится более грамотным. Так что, когда ты сегодня вышел в эфир и рассказываешь какие-то новые технологии, это шикарно.
Завтра придет другой, такой же, алмаз, и он будет говорить, а вот есть еще новая фишка, и если это все будет реально помогать, завтра 100 людей воспользуются твоей системой, завтра 500 человек воспользуются системой Навального, и так далее. Это шикарно. Поэтому я буду очень рад, если твои идеи услышит вся оппозиция, все политические группы. Спасибо. Я тоже хотел, чтобы это сработало. Да. Но еще другой вопрос. Как сказать? Ну, я заметил в плане, скажем так, ну, я не буду говорить о части населения, кто у нас там, ну, среднего возраста, да, допустим, возьмем более молодое, которое там пользуется интернетом и так далее. Но, к сожалению, там, допустим, я среди них замечаю, что, ну, как я говорил, просто нет, что ли, заинтересованности. Я не знаю, как еще сказать. Я сделал это, наверное, не совсем их вина. Может, и дома об этом там не говорят, да, или что-нибудь такое. Ну, допустим, вот недавно проходил последний митинг, когда вроде все выходили, ну, не все, в плане там с призывом Мухтара Блязова, да, на после принятия резолюции, да, вроде от Евросоюза, и тогда люди выходили, чтобы, ну, с лозунгами там освободить политзаключенных, ну, и все такое. У меня, получается, сейчас сам дядя тоже где-то, наверное, полгода уже сидит, как, ну, за экстремизм, короче, по 403, что ли, я это очень помню. Вот. В каком городе? В Алмате тоже, в Алмате. И, ну, и, понятное дело, я спрашивал там своих друзей, знакомых, пойдут ли они, то есть такое. Ну, я тогда сам, опять же, был тут, в Польше, и если, я смотрел, мой друг знакомый говорил, что не пойдет, я, ну, не мог не заставить что-нибудь такое, да, потому что, ну, по сути, я не имел права. Сам я находился в другой стране и как не мог критиковать его выбор. Но при этом, типа, и среди моих знакомых друзей, то есть попадались люди, которые, ну, вообще не совсем понимают, что такое митинг, например, да, типа, для чего тут, туда люди идут, ну, некоторые думают, что там вообще типа деньги дают и так далее, вот, и, ну, это, типа, после этого я понял, типа, одну мысль, что, скажем так, ну, вот эти люди, которые там, допустим, не совсем понимают, что такое митинги, да, у них же есть свои друзья, знакомые, да, и, получается, среди них просто нет такого, ну, вообще об этом, получается, разговор не поднимается, и, наверное, в семье не поднимается, ну, и я понял, что у нас как-то население, что сильно аполитично, и я не знаю, как еще сказать, может, родители не говорят, потому что как не хотят, чтобы там ребенок из-за этого попал там в какую-то опасность, не знаю, что-нибудь такое. И вот с такой именно проблемой неосведомленности, вот, вот с этим я уже, да, не особо знаю, что делать, и, может, у вас и там у команды ДВК, не знаю, еще каких-то, типа, есть какой-то определенный план, как повышать осведомленность. Ну, я сам точно, скажем так, решение, типа, которое поможет именно в этом плане, не знаю. И вот хотел бы спросить у вас, есть ли у вас, да, что-то такое для этого, для этой проблемы. Ну, смотри, у нас есть всего лишь два инструмента, два больших инструмента. Это всеобщее голосование. Оно подразделяется на две части. Это выборы и референдумы. И кроме голосования есть митинги, улицы. В любом конечном итоге все режимы диктаторские в мире падали под воздействием уличных протестов, уличных митингов. Но что было как бы триггером для того, чтобы люди в большом количестве вышли на улицы? Вот в 21 веке, в конце 20 века, большими триггерами таких событий стали выборы. Ну да, последний пример это Беларусь, наверное. Ну, можно еще раньше, допустим, 2004 год. В Украине оранжевая революция случилась на волне массового контроля за выборами со стороны армии наблюдателей. И армия наблюдателей была костяком больших манифестаций и митингов. И зафиксировав фальсификации, это люди выходили народ под воздействием тех фактов, которые опубликовывались тогда в газетах, а сейчас и в интернете. Народ выходит с удовольствием на улицу, потому что чувствует, что его лично обманули и лично украли его бюллетень, который он голосовал за партию А,
А Центральная избирательная комиссия переписывала это, как будто бы люди массово проголосовали за партию Б, за правящую партию. Поэтому это события взаимосвязаны, и у меня стратегия была такая, и она в 2019 году сработала хорошо, в 2021 году сработала наполовину, но все равно в 2021 году мы достигли того, что Европа, народ, чиновники, власти, оппозиции, все поняли, что власти испугались выборов, и они отказались проводить выборы, выгнав всех наблюдателей с участков на этих выборах в этом году, 10 января. Но это сработало очень массово 9 июня 2019 года. Вот. Эта стратегия очень хорошая, потому что в итоге, в любом случае, после дня голосования, после 9 июня, после 10 января, имея на руках протокола со всех 10 тысяч участков, либо видеоматериалы по фальсификациям и недопуску наблюдателей, народ должен выходить на улицы, и власть должна уходить. И все это должно быть мирно, все должно быть красиво, по-казахски, элегантно. И это работает во многих странах мира. Теперь вот относительно прогнозов на будущее. Я думаю, что власть вынуждена ослабевать. Она не умеет, и ей не хватает сил удерживать все время, после 30 лет, еще сколько-то лет удержит в своих руках огромный канат, удерживать народ от того, чтобы ринуться там в ворота и так далее. И Запад тоже давит. И Байден сейчас давит на Россию, и для этого он считает, что демократия в странах вокруг России, она в конечном итоге уничтожает тоталитарный режим главного врага для США, это Россия. И сегодняшняя новость, я не знаю, знаешь ли ты новости сегодняшние, объявлено, что в Беларуси начинаются переговоры между властью, между Лукашенко и оппозицией в лице Светланы Тихановской при посредничестве ОБСЕ во главе со Швецией. И они начинаются до 1 мая, то есть в апреле месяце, вот сейчас. Понял. И это, конечно, сделано под воздействием того, что произошло 9 августа на выборах, того, что армия наблюдателей вышла массово на улицы, на участки, потом люди вышли массово на митинги, и потом это находилось на границе со свободной Европой, Литва, Латвия, Эстония, Польша, вся Западная Европа, они все, естественно, бросились на защиту протестующих, и эта вся ситуация с блокадой там, и так далее, с санкциями, все это повлияло на то, что Лукашенко сейчас идет на попятную, и он уже видит, что Россия не может дать такие большие кредиты, большие деньги для Беларуси. Запад сказал, если вы начнете переговоры, объявлено сегодня, что мы дадим большие кредиты для оздоровления экономики на переходный период после свободных выборов в Беларуси. То есть они уже договорились о том, что Лукашенко соглашается с мирными переговорами, со свободой политических заключенных, с тем, что будут свободные выборы, досрочные, новые, президентские и парламентские. То есть в этих условиях диктаторская система трансформируется. И это, конечно же, окажет влияние на Казахстан. В ближайшее время тоже будут события в Казахстане, связанные с землей, потому что в этом году заканчивается мораторий на землю, а по земле было принято раньше решение в 2016 году, против которых были земельные митинги, но эти нормы в законодательстве сохранены, пока их не изменят, которые гласят, что иностранцы, в том числе китайцы и россияне, русские, могут иметь право покупать, брать в аренду, в частную собственность брать, землю, сельхозназначение и так далее. Пока этот вопрос не решен, большая угроза митингов и референдума, которые наша команда инициирует. И вопросы возможных выборов, которые произойдут в ближайшее время, в ближайший год, этот год, следующий год. Акимов
новые перевыборы, досрочные перевыборы, в том числе президента. Вся вот эта ситуация, она показывает, что власти не имеют авторитета среди народа, и они цепляются за власть, потому что они воруют, наворовали, и им не хочется сидеть в тюрьме. Они хотят снова грабить, снова воровать. А удерживать власть практически становится невозможно, как раньше. Они пытаются юлить, маневрировать, обманывать, обещать новые реформы и так далее. Европа давит, Америка давит, народ давит. Народ хочет реформ, народ хочет демократии, поэтому вся вот эта ситуация с митингами, с референдумами, с выборами, с армией наблюдателей, она создает огромный напряг для властей, и она потихоньку начинает идти на попятную, отступает. Но она не признает свое поражение, она говорит, ничего, временно мы отступим, и мы, может быть, даже на свободных выборах даже выиграем эту оппозицию, потому что у нас много аргументов, мы уверены в себе и так далее. В 1989 году, как раз в Польше, в Варшаве, случились исторические события мирового масштаба. Да. И очень отрадно, что ты там находишься, и, возможно, ты пролистаешь YouTube, документы, истории, интернет, которые будут связаны с этими событиями. Да, я немного читал про них, и да. Как раз это хороший пример для нас. Вот Польская Объединенная Рабочая Партия, тогда была правящей партией во главе Войцехом Ярузельским, вступила в переговоры с Лехом Валенсой, с Солидарностью. Это случилось в Польше, в Варшаве, при посредничестве тоже Запада, при посредничестве Папы Римского, который был поляком Павлом, да. Который был при посредничестве католической церкви Западной Европы. Это был 89-й год. Советский Союз еще существовал. Советский Союз был в 89-м году распался, но даже при Советском Союзе Войцех Ярузельский, получается, имея за спиной своего же Путина, такого же Путина, тогда в лице там, Брежнева, Горбачева, он соглашается с тем, что да, надо все-таки идти на послабление, надо идти на реформирование, на демократизацию, пусть под мягким моментом. И была заключена удивительная сделка, контракт, договор, которого не было ни до 89-го года, ни после 89-го года. Это была удивительная сделка, на которую даже оппозиция пошла, рискуя очень многим. Я тебе просто приведу пример, а вот теперь я проведу сейчас тебе аналогию. Представь себе, что Нуротан и оппозиция, и я в том числе, садимся за стол переговоров, и мы в конце концов договариваемся. Хорошо, пусть будут новые досрочные выборы. Вот 10 января были выборы, хорошо, парламент пусть снова переизбирается, но были чудовищные драконовские условия, Алмаз. Заключаются они вот в чем. 60% парламента не будут свободно избираться. Пусть это будет Нуротан. Понял. Да. На свободные выборы выдвигается только 40% парламента. И 100% в Сенате. Ну, для власти это выгодно. 60% получается без всяких выборов. Они так и так получают. Да. Понял. И Лех Валенса подписался под этим. Его очень много критиковали, ругали. Ты что, дурак? Как на таких условиях можно подписываться? Как можно на таких условиях участвовать в выборах? Когда даже если ты победишь, ну не может же быть такого, чтобы 100% ты получил 40%. Ты же какую-то часть все равно проиграешь. Да. И получается, что ты в итоге можешь не 40%, а 30-20% получить. И что ты будешь делать с этими 20%? Ты при любом голосовании, по любому закону, по любому вопросу, по любому министру, по любому назначению, выборам, ты везде проигрываешь. Но Лех Валенса пошел на это, и в итоге что случилось? Власти были очень довольны. Они 60% имели уже на старте. До выборов они уже выиграли выборы. Но получилась неожиданная вещь. Оппозиция вчистую выиграла власти. И оппозиция получила все 40%. Это было большое разочарование для власти, но у нее имелся вот эти 60%. И у них еще был президент.
Войцех Юрюзельский был президентом, который имел реальную власть. Конечно, в 100 раз больше, чем парламент. Но 40% этих депутатов, которые каждый день выступают, делают депутатские запросы, вызывают министра на ковер, допрашивают его, спрашивают за этот скандал, за это воровство. Какой-то журналист раскопал это. Там произошел такой-то катастрофа. Спрашивают, допрашивают. Это все тиражируется в газетах, СМИ. И власти не выдержали. И через год парламент был распущен. И правящая партия согласилась на свободные выборы через год после 89 года. И парламент был полностью переизбран. Это были 100% свободные выборы. И оппозиция победила. И она уже, парламент взяла большинство. Еще через год президент упал, потому что он не выдержал критики парламента. Это был мягкая революция, которая не случилась там за одну ночь, как в России, в Петрограде в 17 году. Но это была революция мягкая, и она не дала никаких там булыжников, витрин, там крови, расстрелов, жанаузень и так далее. Да. Здесь заслуга и Войцеха Юрюзельского, который вот хоть таким путем, но он пошел на переговоры, пошел на договор, пошел на демократизацию, на поэтапную. Пытался где-то сжульничать, 60% себе положил как гарантию, да? Но это дало для Польши мирный поступательный процесс демократизации, который, я надеюсь, случится и у нас в Казахстане. Да, согласен. Да, я понял вас. Так, вот там у меня еще, наверное, другой вопрос в плане, как сказать, вы же всегда на связи, получается, с другими оппозиционными, грубо говоря, командами, я не знаю, как назвать. И, ну, как я понял, у многих обычно, как сказать, ну, я вот видел программу ДВК в плане, что они будут типа делать, что, когда, ну, амбиции Мухтара Блязова, это получается именно как амбиции на место премьер-министра, если ошибаюсь, и на парламентскую власть и так далее. У вас, если ошибаюсь, нет таких амбиций, да? Ну, по крайней мере, вы вроде что-то такое говорили, но я точно не помню. Не понял? Что, говорю, у вас именно, скажем так, нет каких-то амбиций прям в качестве... Почему нет амбиций? Не знаю, это не амбиция, это желание изменить ситуацию в стране с прямым участием во власти. И в отличие от Облязова, я там не говорю, вот я буду там премьер-министром. Да, если народ меня изберет, если народ мне доверит быть премьер-министром, я буду премьер-министром. Я буду выдвигать свою конечную кандидатуру. Но для этого партия должна победить на выборах и завоевать большинство. Да, и создать коалицию, альянс, правящую, чтобы это было большинство. У нас в чем-то совпадает. Идею парламентской республики я выдвинул на 5 лет раньше, чем Облязов. Я когда вышел из тюрьмы в 2012 году, об этом говорил публично, через интернет, через YouTube. Но мы идем дальше. Мы считаем, что парламентская республика должна быть не просто на республиканском уровне, она должна быть на уровне городов, районов, областей, на уровне акимов. Акимы тоже должны избираться парламентом, местным парламентом, маслихатом. В отличие от нас, Облязов считает, что система должна быть противоречивой. То есть города, районы, области должны избираться как президентская система, напрямую минуя контрольный орган, минуя маслихаты. А это означает маленькие назарбайчики внизу. А парламентская республика только на республиканском уровне. Я считаю, что нужно быть последовательным. И на всех уровнях должна быть демократизация, должна быть парламентская система. Мы пошли еще дальше. Мы предлагаем, чтобы депутаты избирались не на 4, не на 5, не на 6, не на 7 и даже не на 3 года, а на 2 года. Каждые 2 года, если по прямым выборам, а если по квалифицированным косвенным выборам, то ежегодно. То есть, если в Америке 250 лет
Нижнюю палату представителей Конгресса США избирает каждые 2 года. Если палату представителей всех 50 штатов избирает каждые 2 года, то это позволяет народу, если депутаты это собаки, то иметь эту собаку, домашнюю собаку, на коротком поводке, подконтрольно. Да, это правильно. Мы понимаем, что она, эти собаки не слушаются народа, они злоупотребляют, они воруют, коррупция и так далее. Если ты на длинный поводок отпускаешь, она делает, что хочет, и если она не выдрессирована, то это длинный поводок – это огромная проблема. А у нас часто и поводок чисто мифический, поэтому поводка вообще нет. Поэтому от народа никак не зависит. Надо сделать такую систему власти, когда власти, чиновники и депутаты полностью находятся под контролем народа и в любой момент могут их скинуть. Если они будут избираться через депутатов, вот эти чиновники, акимы, президенты, то тогда их можно всегда уволить и заменить. Если депутаты будут каждый год, каждые 2 года переизбираться, то мы их депутатов будем тоже контролировать и менять. Мы еще идем дальше. ДВК не предлагает судебную реформу. Мы предлагаем судебную реформу радикальную. Суд присяжных по всем уголовным делам, по всем гражданским делам. Во всем мире только одна страна, где суд присяжных распространяется еще на гражданские дела. Только Америка. Нигде в другой стране мира суд присяжных не распространяется на гражданские дела, только на часть уголовных дел. Мы хотим, чтобы это была самая радикальная судебная реформа, где все гражданские и все уголовные дела будут под судом присяжных. И еще хотим пойти дальше, чтобы все экономические дела, все административные, даже мелкие дела рассматривались в формате Стокгольмского арбитража. Знаменитый Стокгольмский арбитраж, где всего 3 судьи, одного судья, вот мы с тобой спорим, из-за какого-то дела пошли 2 бизнесмена с тобой в суд. Алмаз, ты выбираешь из 40 судей какого-то судью, ты их изучаешь, 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 и вот тебе подсказывают. Какая-то Сауле Ахметова, это самый лучший вариант для тебя, она объективная. Я выбираю из этих 40 судей сам своего, допустим, Ахмета. Вот Сауле и Ахмет приходят в зал суда, они считаются уже все уже судьями. Я никак не могу повлиять на Сауле твою, а ты никак не можешь повлиять на моего Ахмета. Но эти 2, Сауле и Ахмет, они из 40 судей выбирают 3-го судью сами. Выбрали, например, Мейрама. И вот Сауле, Мейрама и Ахмет, они троем судьи арбитражного суда, который рассматривает наше бизнес-дело. Вот мы с тобой 2 бизнесмена не поделили огород, допустим, или там какое-то мелкое какое-то дело. Или, допустим, ты мне не выплачиваешь долги. И вот все, через 2 недели они нас допрашивают, выясняют, через 2 недели заканчивается судебный процесс, и вот они, эти 3 судьи, выносят вердикт, и я недоволен этим вердиктом. Ну, потому что Алмаз получил все. Судебное решение справедливо, но я ведь не могу быть доволен тем, что выиграл ты. Да, извини меня, я избрал этого Ахмета. Этот Ахмед Сауле избрал Мейрама, и у меня никаких претензий нет. И я не могу никому предъявить претензии, что этот судья кем-то назначен президентом или там коррупционером, или ты, Алмаз, подкупил и так далее. Все очень быстро. Мы узнаем об их именах в день начала суда. Через пару дней они избрали Мейрама. Все, пошел, и нам некогда нет возможности зайти и подкупить кого-то. Суд идет каждый день, каждый час, без перерыва. Через 2 недели заканчивается, все. Иногда бывает за 2 часа. Вот в Америке дела по кражам, суд присяжных, вроде бы, его очень долго избирают, допустим, неделю избирают, целую неделю. А сам суд по делу о краже шел 3 часа. Там подкупить его нет времени просто. Понял. И в итоге получается, что если мы вот эту систему сделаем, когда... Есть еще вообще сверхрадикальная реформа, которую мы предлагаем, о которой ДВК даже не догадывается. Это система снизу вверх. Это самая, наверное, большая система, которая будет система 21 века. Понимаешь, вот если... как мы вообще в мире избираем, допустим,
районную власть, городскую, областную власть, ну, республиканскую. Везде приходим на выборы. Выборы идут 3 месяца, через 3 месяца голосование. И мы что видим? Вот в Украине, например, или в Польше. Когда выборы идут, ты застал вообще какие-то выборы в Польше? Я застал только президентские, наверное, которые, ну, я, получается, прилетел в самый, скажем так, разгар этих президентских выборов. Ну вот, смотри, когда, да. Примерно по такой же системе работают выборы в любом городе, в городе, области или районе. Mm-hmm. Они примитивные. В чем? Вот ты, допустим, живешь где-то в Кракове, да, и ходишь по городу, ты этого кандидата в депутаты в жизни не увидишь. Да. Он, ты его видишь на билбордах. Ты его видишь на телеэкране. И он, пользуясь этим, округ большой, допустим, там минимум там 100, 200, 300, 500 тысяч человек в округе, пользуясь тем, что он физически не может поздороваться и поговорить ни с одной группой избирателей, ни с тобой и так далее, а вы не можете достучаться до него и спросить его, а каким ты будешь в таком-то вопросе, возникает такая ситуация, которая очень удобна политикам. Под этим предлогом они не встречаются с избирателями, со всеми. И возникает ситуация, когда ты голосуешь вслепую. Да, это верно. Эта система неправильная. А вот теперь, ну и при этой системе очень легко обманывать избирателей. Ты можешь любым популизмом заниматься, предлагать такие-то вещи. Например, ты можешь спокойно сказать, мне самое главное, чтобы за меня проголосовали, избирали. Я могу сказать так, с 3 короба. Зарплата будет в 2 раза больше. Да. И все, условно говоря. А теперь система снизу вверх. Ее пробует сейчас Эстония. Ее пробовала Россия. В 2018 году полгода, а потом взяла и отключила. Но эта система, она известная по своему названию, но в жизни ее никто нигде не воплощал. Эта система называется советская власть. Слышали, наверное, да? Все слышали. Советская армия, советский народ и так далее. Советский Союз. Но никто не знает, что советской власти в Советском Союзе никогда не было. Ее вообще в 1936 году официально отменили, но все равно... В 1937, 1938, до 1991 года назывался советский народ, советская армия, Советский Союз. Это было вранье. Что такое советская власть на самом деле, его изначальном смысле, и что сейчас экспериментирует Эстония? И если у Эстонии получится, это подхватит вся Европа, а потом весь остальной мир. Приведу просто пример. В 1899 году никто не знал, что такое пропорциональная избирательная система. Никто не знал, что такое мажоритарная избирательная система. Но теперь об этом знают все. Это тотально во всех странах мира, без исключения. Ее кто-то изобрел. Простой, обычный ученый, политик, аналитик, который разбирался. И подхватили. Сперва там в Бельгии, в Германии. Потом она начала распространяться с космической скоростью. И точно так же до этого рождения изобретатель об этом говорил 10-20 лет, его никто не слушал. То же самое есть система снизу вверх, которая 20 век ученые обсуждают, но никто не рискнул этого сделать. Она очень оригинальная. И если мы, в принципе, когда придем во власти и его используем хотя бы на примере одного района, ну, допустим, Алатауский район города Алматы или... где-то Улутауский район, например, Джасказганского региона. В чем она заключается? Она очень оригинальная. Она влечет такую систему, при которой количество чиновников уменьшается в 10 раз. Она создает ситуацию, когда количество полицейских уменьшается в 20 раз. Само собой. Не надо никаких указов. Она тает, как лед. Сама тает. Система оригинальна в чем? Например, ты живешь в Алмате на Розыбакиево, Мамышлы, в микрорайоне в таком-то, и у тебя, допустим, где-то 5-6 высотных домов, там, и вас все вместе в одном квартале, ну, 2000 человек живет, mm-hmm. допустим. Вот представь себе, в каждом, в Алмате таких районов, по-моему, 8-10 районов в Алмате, да ведь? Алатауский, Пастандыский. Mm-hmm. Так вот, в каждом районе... Таких микрорайонов может быть 20 штук. В каждом микрорайоне кварталов, как у тебя, может быть
10 штук. И вот в каждом квартале 5-6 домов, всего у вас там 20 подъездов на все дома. Каждый подъезд дает одного, избирает одного делегата, одного депутата избирает в маслихат квартала. Такого же нет нигде. Да, нет. У нас есть маслихат района, а маслихата микрорайона или маслихата квартала нет, вообще не существует. И вот создается маслихат квартала. 20 подъездов избирает 20 человек, и каждый год их переизбирают. Эти люди, маслихат, они власть. Ну, вроде бы, что такое? Ну, вроде бы, как будто бы КСК-2. Что они могут там что-то решать? Но при этой системе им дали всю власть. А что означает всю власть? Если в районе таких кварталов 10, то 10 кварталов, 10 маслихатов собираются в одном зале и говорят: мы съезд маслихатов Алатауского района. И им дают полностью полномочия избрать маслихат района Алатауского района. Понял. Они избирают среди своих же, да, грубо говоря? Среди... Они, получается, маслихат района избирается не напрямую, вот когда вслепую ты голосуешь. Да, понял. А получается, их избирают маслихаты. И они, получается, либо из себя, либо там из ученых, грамотных политиков выбирают. Понял. Каждый год выбирают. Это раз. А во-вторых, какой-то скандал произошел. Допустим, в Украине там есть такой депутат Розенблат. Он оскандалился, кто-то записал видео, как он ведет переговоры с каким-то бизнесменом о лоббировании какого-то незаконного нормы права там, в каком-то законе. И за это собирается получить мзду, какую-то взятку. Ничего не случилось, его не смогли снять, и он 5 лет сидел. А здесь же какая проблема, допустим, с Розыбакиева Мамашилы доехать, допустим, до Абая Матызалка? На троллейбусе там это 15 минут. То есть для депутатов всех вот этих 10 маслихатов собраться в одном месте на внеочередной съезд Алатауского района, это время пару часов. Скандал какой-то произошел. Допустим, Нарымбаев обворовал казну. Кто-то это опубликовал, нашел. Все. Депутаты друг другу позвонили, сказали: так, это экстренная ситуация. Значит, 10% имеет право собрать подписи и созвать неочередной съезд. Все. Собрали подписи. Уже через 2 дня съезд проходит по поводу Нарымбаева. Нарымбаев вор, преступник. Он прибегает и начинает оправдываться: нет, я честный человек и так далее. Но доказательства против него, его сразу снимают, свидетели, все, они разборки провели, полностью увольняют, избирают на его место депутатом Алатауского районного маслихата другого человека, более достойного, Алмаса. Система похожа на проточную реку, где постоянно проток очищает, и вода чистая, прозрачная. Это не болото, где вода застоялась. Да. Система постоянно протекает. И власти находятся под полным контролем. То же самое, областной маслихат избирается с съездом вот этих квартальных маслихатов. Городской маслихат Алматы избирается вот этими съездом квартальных маслихатов. И если... Ну, а аким избирается маслихатами. То есть получается, в конечном итоге аким какого-то большого Алматы зависит от маленького депутата в каком-то квартале на Розыбакиева. И когда любые простые граждане, им даже к акиму ходить не надо. Вот у него что-то случилось, что-то скандал, он просто зашел в своем подъезде, спустился на 3-й этаж, где живет депутат квартального маслихата от их подъезда. И он ему рассказывает вот такая ситуация. Он тут же созывает быстренько, созванивается, у него список телефонов. Маслихат квартала собирается через 2 часа. Он эту историю рассказывает. Они созваниваются с другими маслихатами. И если аким не обращает внимания на 1000 жалоб, которые снизу идут, это грозит ему тому, что он в течение нескольких дней или недели аким города уходит в отставку, либо его увольняет. Система постоянно проточная и постоянная прозрачность, открытость, да. Настолько система шикарная, что в итоге
не может быть такого системы, когда возникают там гигантские отряды там, внутренних войск, спецназа, которые разгоняют митинги туда-сюда, потому что его тут же уволят. Как это? Во главе этих митингов ходят депутаты того или иного городского маслихата или района маслихата, или микрорайона, или квартала. Все равно часть депутатов из оппозиции. И вот эта система, она, за ней будущее. Если мы видим негативные стороны государства, когда-то великие классики марксизма говорили об отмирании государства, то вот оно, это будет как раз механизм отмирания плохих кусков государства прямо айсбергами. Отваливаться будут. И отмирать тает под палящими лучами новой демократии. Настоящей демократии. Вот такая система. Да. Вы на самом деле в офлайн жестко сказали. Я как раз хотел спросить еще, ну, так как получается, вы и планируете, ну, допустим, да, как податься в власть, все такое. Я как раз хотел спросить о программах, ну, ваших, да, Ваня? Ну, круто, что вы сразу прям предугадали этот вопрос и рассказали. Все, да-да. В этом плане, да, спасибо. А насчет вот общения с именно обычных граждан с депутатами, да, вы полностью правы, что даже во многих, скажем так, демократических странах, типа, тяжело, скажем так, связаться, ну, грубо просто встретиться с депутатом. Я знаю, что в Японии есть какая-то такая система, типа, когда депутат хочет... ну, пойти на выборы, да, он там должен прям ходить по своему району, что ли, ну, грубо говоря, он прям ходит пешком, тут рядом есть машина, и он, типа, в этот, как там, громкоговоритель, да, типа, призывает людей, чтобы с ним пообщались, что-то такое. Вот, эта система есть везде, она почему фальшивая? Потому что, смотри, вот когда ты выбираешь депутата от своего подъезда, да, это же маленький, конечно, это маленький округ, да. Тут фальсификации сделать невозможно. И этот человек, кандидат в депутаты, он очень доступен к тебе. Теперь дальше возьмем микрорайон. Микрорайон, округ больше. Уже, допустим, это там 5000 человек. Уже трудно кандидата в депутаты найти. Возьмем депутата города. Тут уже 20 тысяч человек в избирательном округе. Этого кандидата в депутаты ты днем с огнем не сыщешь. Нет, возьмем я понимаю, областной это, уровень. Да. И к чему я клоню? Теперь смотри, как выбирается депутат, допустим, областного маслихата на съезде вот этих мелких маслихатов. Вот в зале сидят 500 человек. Они, во-первых, они сами избраны из народа, прошли через это сито, их 500 человек, и теперь они выбирают там 30 человек городского маслихата Алматы. И на них претендует, допустим, 100 кандидатов. Этих 100 кандидатов проходят через одну трибуну, 500 человек задают вопросы, терроризируют его вопросами, раздевают его догола. Его прошлое, его биография, что он сделал, какие были скандалы. Как... Скандалы были опубликованы в тех или иных там раньше, 10 лет, 20 лет назад. Все расспрашивают. Mm-hmm. Любой журналист может прийти и сказать, вот в отношении этого человека не надо, у нас есть скандал такой-то. Тоже свидетели подходят. То есть, в принципе, понимаешь, когда идут слепые выборы, сегодня у нас слепые выборы везде. Через эти слепые выборы можно легко обмануть эти 5000 избирателей. Просто напиши что-то в газете, найми какого-то политолога, политтехнолога, в два раза уменьши цену на газ. Да. Все. Да. Что у тебя была грязь сзади, что ты врал раньше и так далее, тебя никто ничего не сможет сделать. Ну что, они ничего сделать не смогут. А когда в зале сидят 500 человек, они все волкодавы, и они тебя избирают, и они выбирают из 100 человек 30 человек, они тебя терроризируют вопросами. Ты неделю стоишь на этой трибуне, красный как рак, и не знаешь, что делать, потому что тебя с ног до головы полностью раздели, словесно, интеллектуально тебя изнасиловали, и ты не можешь свое вранье протолкнуть через этих 500 человек. Ты мог бы протолкнуть, впихнуть там 100 тысячам людям на слепых выборах. А вот да. Этим людям ты впихнуть не можешь. Ты их обмануть не можешь. И ты уходишь еще и с позором. Шикарная система. Да, я не спорю, да. Я просто имел в виду, что вот что-то в плане, подобное в плане именно общения видел. Типа, да, так согласен, да, система. Я на самом деле вообще о чем таком, ну, не знал. Вот, система реально классная.
еще, наверное, ну, я продолжу там вопрос в плане программы, да. Я хотел спросить, вот у нас, ясно дело, многие недовольны как раз-таки земельными проблемами, ну, то, что, ну, вы сами говорили, да, что у нас много что принадлежит, скажем так, иностранцам, ну, и все такое. И есть ли вообще у нас в системе, скажем так, механизмы, которые, ну, позволяют это все вернуть, я не знаю, как это описать. Ну, то есть, допустим, скажем, ну, к власти придет после демократических выборов, да, типа... Есть два способа. Один агрессивный, другой элегантный. Мне больше нравится элегантный вариант. Первый вариант – это такой экспроприация, указом, отобрать, там, такой большевистский вариант. Есть элегантный вариант, когда нужно создать систему, при которой сами олигархи хотят вернуть. Это же шикарно, когда олигархи сами бегут и говорят, как нам вернуть землю? Ну да, звучит офигенно, конечно, но типа... Как это сделать? Да. Если, допустим, будет существовать... Сегодня, допустим, олигархи почему могут себе позволить еще землю? Они, во-первых, украли через чиновников, через взятки. Да. А во-вторых, работает земля, не работает, ты можешь и за нее не платить никаких налогов. Налоги – копейки. Ну, условно говоря, допустим, там 100 тенге за гектар. А когда ты платишь, допустим, вот тебе говорят, на каждого человека 500 гектар, да, вот мы все это разделили, оставшиеся земли, а какая-то часть раньше, до реформы, уже была раздана при Назарбаеве. И вот мы говорим, вот за 500 гектар у тебя вот такой налог, а вот за излишек ты платишь, допустим, в 10 раз дороже. Понял. И человек не выдерживает налогового гнета, это становятся налоги репрессивного характера. Ты уже сам хочешь избавиться, ты хочешь продать. Хорошо, я без проблем, либо отдам, давай, купить у меня, я могу за бесценок продать государству, либо продаю его там другим крестьянам, которые хотят купить, по 500 гектаров каждому продаю. И в итоге получается система, когда олигархия исчезает сама по себе. Каждый год на 20%, и вот за 2-3 года она исчезла. В Польше олигархов нету. В Польше создали систему, при которой существует пусть и капитализм, но, скажем так, с человеческим лицом. Раньше говорили социализм с человеческим лицом. А можно говорить и про капитализм с человеческим лицом. Так вот, в Польше это капитализм с человеческим лицом, без олигархов. У них даже партия была такая на заре освобождение от социализма. Партия мелких хозяйчиков. Если посмотреть историю, ты ее увидишь. Вот примерно философия Польши была такая. Да, мы за капитализм, но мы хотим сделать так, чтобы это было полусоциализм, чтобы это было без олигархов. И все, они создали эту систему. То есть налоги и другие инструменты позволяют сделать это элегантно, красиво, без напряга, без крови, без большевистских мордобоев, голодомор и так далее. Да, я слышал, что тут налоги в плане, когда ты, скажем так, сильно поднимаешься, не знаю, по прибыли, что такое налоги тебя сильно убивают. Ну, не убивают в плане, ну, ограничивают и так далее. Вот. Так, да, про землю я спросил. Я хотел еще, наверное, спросить про краски суды и так далее. Не знаю, можно ли назвать это судебной реформой. Ну, ясное дело, всегда охота, чтобы суд был вообще полностью независим от власти, да, это как, ну, отдельный вид власти, который вообще не подчиняется никому и, типа, делает дела там сам по себе. Мы говорили с тобой про суд присяжных, мы с тобой говорили про суд Стокгольмского арбитража. Да. Но есть еще несколько вещей, которые бы можно в дополнение сделать. В Кыргызстане на это пошли, в Украине на это пошли, в Евросоюзе пошли, в Литве, Латвии, Эстонии и во многих других странах. Они пошли на выборы председателей судов. Что такое председатель судов сегодня в Казахстане? У нас судьи назначаются президентом, а еще судья, которого назначил президентом, он хочет стать председателем, его тоже повторно должен назначать президент. И получается, председатель суда, он дважды назначается президентом. Первый раз как судья, а второй раз как председатель суда. И он, естественно, не зависит... Вот, допустим, возьмем Капчагай, да? Капчагай. Ну, допустим, там 10 судей,
И вот этот председатель суда, которого назначили с администрации президента, он, естественно, зависит от администрации президента, от своего человека, который его там протолкнул, который, может быть, деньги заплатил. Но он никак не зависит от этих 10 человек, которые с ним работают в одном здании. Он на них чихать хотел, он, наоборот, надсмотрщик. Эти судьи превращаются в рабов на плантации, а вот этот председатель, он как надсмотрщик с длинным кнутом ходит и бьет по спинам. Он становится дикарем среди вот этого. И никакой независимости судей не может идти речь. Ну, допустим, нужно осудить Нарымбаева, оппозиционера. А судья не хочет. Ему председатель суда говорит: ты что, твою мамашу, я тебе сказал, все, приказ сверху. Ну да, просто один звонок, и ты просто... А что происходит, допустим, если эти судьи каждый год, допустим, в марте месяце каждого года, минимум должны по закону выдвинуть 3 кандидатов и поставить в бюллетень 3 фамилии и проголосовать за них, за одного из них. Тайное голосование. Да, это 10 человек, что там тайное голосование? Это за 1 час можно выборы провести. Но выборы под контролем, депутаты сидят, журналисты сидят, оппозиционеры сидят, простые активные граждане сидят, и они наблюдают. В этих условиях тайное голосование. И каждый год, вот из нас 10 выбрали в этом году Мейрама, в этом году избрали Алмаза, в следующем году Алмаза. То есть, когда этот человек становится председателем, и он понимает, что он зависит не от администрации президента, не от Назарбаева, не от правительства, а только от этих 10 человек. Он, у него отношение к ним другое. Ну да, когда к нему приходит, к председателю суда, заказ, вот, допустим, там, Рысбека Сарсембая посадите на 5 лет. А я говорю: извините меня, я председатель суда, но я вам не подчиняюсь, это раз. Во-вторых, я завишу от судей. И как судья, которого ну, суд присяжных там и так далее, там, избрался, он ведет это дело, я на него влиять никак не могу. Если я хоть как-то намекну на то, чтобы он сделал как надо, а не как по совести, то все остальные судьи возмутятся, и они скажут: к чертовой матери такого председателя. Они на следующий день соберутся и проведут внеочередные выборы, и меня выкинут к чертовой матери. И еще доложат там наверх, во все инстанции раструбят, чтобы меня вообще и судьи уволили. То есть ситуация меняется, понимаешь, пирамида меняется. Да. Вот какая система нужна. А теперь по поводу судей. Судьи тоже не должны назначаться одним человеком, чиновником, президентом. Районный суд, 20 человек в этом районном суде, они должны избираться районным маслихатом. Областной суд должен избираться областным маслихатом. Городской суд – городским маслихатом. Верховный суд – республиканским парламентом мажлис. И вот эти 4 уровня, они избираются своими парламентами. Парламенты друг от друга не зависят. И судьи поэтому друг от друга не зависят. Если я жалуюсь на районный суд в областной маслихат, в областной суд, то я знаю, что у них рука другую руку мыть не будет. Эти суды друг от друга реально независимые судебные инстанции. Если я жалуюсь в областной суд на районный суд, они не будут смотреть, что это тоже судьи. Если решение суда незаконно, они его отменят. А у нас сегодня такая ситуация. Судьи районного суда и судьи областного суда, они все назначаются одним и тем же человеком. Да. Они получаются из одной корзины. Эти все змеи, гадюки, они все в одной корзине. Вот и все. Поэтому независимости судебных инстанций друг от друга нету. Согласен, да. Ну, еще, наверное, это все надо бы еще подправить, скажем так, большим зарплатам для судей, я не знаю. Да-да-да, тоже надо. Да. И вот еще вопрос в плане, ну, столько изменений и, допустим, скажем так, не все люди, да, ну, мы представим такую ситуацию, что, да, скажем так, нынешняя власть все упала и пришли свободные выборы, там все эти выборы прошли, но, мне кажется, не все люди там будут понимать, что изменения там не сразу наступят, и, мне кажется, ну, скажем так, первый человек, который, ну, не знаю, или первая партия, которая возьмет власть, ну, на себя, да, первые годы, она, скажем так, будет как некая прокладка, что ли, для, ну, для просто стабилизации ситуации, да, просто чтобы хотя бы
выйти из, там, из прошлой ямы и, грубо говоря, сделать ситуацию так, чтобы страна могла развиваться в будущее и подготовить ее для следующих, скажем так, для следующих поколений, не знаю, как сейчас сказать. И вот, грубо говоря, сколько вот этот период примерно может там продлиться, не знаю, один по вашим... Реально? Понял. Смотри, какая ситуация. Временное правительство. Ну, подожди, один год это после выборов уже. А до выборов, вот допустим, система, мы ее назовем революция. Или большой митинг, мега-митинг, который приведет к отставке Назарбаева, Токаева и так далее. И будут назначены новые выборы. Вот до выборов временное правительство, а точнее временный парламент, который избирает временное правительство, он должен проработать 3 месяца. После этого уже будет новый закон о выборах, по которому пройдут первые свободные выборы. И новая власть должна быть, как я говорил уже, с депутатским сроком 2 года максимум. А если мы говорим про первые переходные в свободные выборы, то они должны пройти 1 год. То есть через 3 месяца после революции первые выборы, которые избирает парламент на 1 год. А потом уже по 2 года. Да. Первый парламент после первых свободных выборов 1 год. И, естественно, правительство будет каждый год переизбираться, независимо от того, на 1 год парламент или на 2 года. Даже если при 2-годичном парламенте правительство будет 2 раза переизбираться при нем каждый год. Это система акционерных обществ, это система коммерческих организаций, где совет директоров, правление избирается независимо ни от чего, на собрание акционеров каждый год. Годовой отчет, годовой бюджет, и они должны отчитаться перед собранием акционеров, что они сделали и так далее. И если человек нормальный, грамотный менеджер, его могут 10 лет переизбирать каждый год. Да, согласен. Но это позволяет народу каждый год заставлять отчитываться. И плюс, если мы еще сделаем ограничение срока, ну, например, не больше 8 лет в одной в высокой должности, да, там, или какое-то количество лет, то мы все-таки будем через 8 лет вынуждены искать нового менеджера, который будет новым руководителем. А этот старый менеджер, мы можем его не увольнять, мы можем его сделать его заместителем. Пусть он остается на вторых ролях. То же самое, например, в Швейцарии произошло. В Швейцарии где-то 7 министров, они по очереди каждый год являются президентами. Такая система тоже может работать. Вот. Так что временное, допустим, на огромном митинге временно создали временный парламент. У нас, допустим, 14 регионов, 3 города республиканского значения, всего 17 регионов, плюс еще знаменитые популярные политики. Вот мы сказали, давайте мы временный парламент соберем, называйте 100 фамилий, народ назвал в интернете, в соцсетях назвали 500 фамилий. И мы провели электронное голосование. 100 человек самых рейтинговых собрали и сказали, вот народ вас избрал как временный парламент, давайте выберите на себя власть. Фактически вас никто не избирал в нормальном виде, поэтому вы временный парламент, 100 человек. Вы быстренько законы подготовьте, закон о выборах в первую очередь, и все. И по вашему закону о выборах через 3 месяца мы проведем первые свободные выборы. Понял. Да, и вы правы насчет этого типа периода, 1-2 года. Это временный парламент, он на эти 3 месяца избирает, допустим, 10 человек как временных министров временного правительства. И чуть что, этот временный парламент будет постоянно находиться под контролем временного парламента и убирать чиновников, которые подумают, что вот что им может кто-то ограничивать, давайте мы будем воровать и так далее. Поэтому с первого дня мы должны взять под жесткий контроль это временное правительство. Если мы будем временное правительство создавать без временного парламента, то тогда над временным правительством никого не будет, контролеров не будет. Да. Мы поэтому должны временный парламент создать как главного генерального народного контролера за деятельностью временного правительства и акимов. Согласен.
Да, вот насчет вот периода 1-2 года, да, вы полностью правы, и тогда народ не будет, скажем так, в простое в плане, потому что сейчас же многие думают, а зачем вообще следить за политикой и так далее, потому что все равно, скажем так, все знают, грубо говоря, кто победит это, и все такое, а так больше людей будет интересоваться и следить за этим, ну и просто поднимет и интерес в итоге, народа смотри, в у плане. нас, вот мы должны создать такую систему, которую позавидуют Польша, Германия, Америка. Мы должны создавать самую передовую политическую систему. Самую скоростную социальный лифт, где самые замечательные люди с мест быстро войдут в акиматы, и их можно будет легко снимать с должности, если они апарафинятся. Мы не должны бояться выдвигать людей при такой системе, когда 1-2 года, когда легко снимать, легко увольнять, мы можем рисковать, мы можем экспериментировать с любыми кадровыми назначениями, избраниями. Мы будем выдвигать македонских, которого избрали, который стал царем в 19 лет, или Наполеоном, который в 24 года стал генералом. Не будет никакого риска. Потому что если сделал тупость, снимаем мгновенно. Нынешняя система почему плоха? Потому что ты уже доказал, что ты говно. Но 5 лет да. Тебе народ будет терпеть, и не будет иметь возможности тебя уволить 5 лет. Вот Порошенко. Сколько было скандалов, все терпеливо ждали, пока 5 лет закончится. И был еще риск, что его переизберут. Поэтому, если мы создаем систему, когда каждый год переизбирается правительство, независимо от того, на сколько лет, на 1 или на 2 года по парламент, в любом случае правительство каждый год, как на собрании акционеров, переизбирается. И досрочно могут любого апарафинившегося министра уволить досрочно. Когда система импичмента работает. Система импичмента в мире сейчас не работает. Это гигантская проблема мировой политологии. И я как специалист, международник, могу сказать, что это гигантская проблема. И если мы, Казахстан, ее решим и покажем всему миру, как ее надо решать, то мы просто-напросто создадим систему, когда с Германии, с Польши, с Америки будут приезжать депутаты, конгрессмены месяцами жить в Казахстане, учиться нашей системе, как она работает. Мы должны за счет этого создать, когда у нас будет политический социальный лифт мощный, тогда мы создадим супер успешную экономическую систему, потому что экономические решения будут приниматься самыми умными людьми, которые политическая система выдвигает наверх. И поэтому это будет самое грамотное экономическое решение. А раз самое грамотное экономическое решение, значит экономика в каждой отрасли будет двигаться экспресс-скоростью. И мы быстро догоним Польшу и Германию. И будем обгонять и впереди идти. Пример. Эстония за короткое время стала первой страной в мире в IT-технологиях. Сингапур за короткое время стал мировым лидером в своей области. Гонконг стал мировым лидером за короткий промежуток времени. Южная Корея стала за короткий времени мировым лидером. Как Китай стал мировым лидером. И так далее. То есть у любой страны при грамотных реформах есть шанс стать не просто в первой пятидесятке, как об этом говорит Назарбаев. У нас есть шанс стать первой страной мира. Мы можем это сделать. И мы должны это сделать при нашей жизни. И я бы хотел это увидеть до своей смерти. Да, согласен, я тоже хотел. Да, это верно. И я вообще изначально спрашивал Таню вопрос про время. Это, ну, то есть вот после временного правительства, уже когда система вот эта вся заработала, да, с основным правительством, да, я имею в виду, что вот рассказывали про, ну, скажем так, судебные реформы, земельные реформы, да. Но все, вот внедрение всего этого, это, по сути, как, ну, все равно какой-то некий стресс, не знаю, для страны. Там многие люди вообще не будут понимать, что происходит, да. И вот сколько, скажем так, времени надо ждать, чтобы все вот это внедрилось. Ну вот, когда вы рассказывали про суды и про, ну, и земельные реформы и так далее. Сроки сразу. Допустим, вот, надо конкретно говорить, на примере как чего-то. Допустим, новый парламент избрался, да, там на 1 год временно. И вот что нам мешает, мы Конституцию провели и приняли, по судебной системе тоже приняли, и сроки оглашаем. Суд присяжных по всем особо тяжким преступлениям вступает в силу через 3 месяца. Еще через 3 месяца или полгода
вступает закон о юрисдикции судам присяжных всех, тяжких преступлений. Еще через полгода вступает в силу закон о юрисдикции судам присяжных всех преступлений средней тяжести. Еще через полгода, ну, то есть мы расписываем заранее, вот 4 срока. И мы заранее всем говорим, всем судьям, прокурорам, адвокатам говорим, с 1 января все особо тяжкие, с 1 июня все тяжкие, с 1 января другого года все не, средней тяжести, с 1 июня все небольшой тяжести, значит, все уголовные преступления. Еще через 6 месяцев с 1 января все гражданские дела. Вот все, все сроки указаны, все готовятся, все нормально. Никакой суеты, все планомерно, в один день нету. Вот мы за 2 года все сделали, и все прокуроры заранее знают, когда небольшой тяжести будут затронуты вот такие-то дела. И точно так же по каждой сфере. И мы понимаем, что раз такие-то сроки есть, мы должны к этому сроку успеть объем сделать. К такому-то сроку у нас такой-то объем мы должны сделать. И так далее. Все планомерно, четко, по-немецки. Понял, понял. Так, да, с этим плане понятно. И теперь вопрос, который меня, наверное, сильно волнует, просто потому что, как сказать, ну, в общем, в плане образования, да. Ну, у нас, наверное, вы сами знаете, что часто диплом казахстанского вуза особо, ну, не котируется, да. То есть ты приходишь на работу, а? Покупается. Ну, покупаю, да, это тоже там другая, в общем, типа, проблема, которая... За счет покупается. Да, ну, в плане, я имею в виду, даже вот, не знаю, купил, не купил, получил, ну, или отучился нормально, да, ты приходишь, допустим, с этим дипломом там на работу, ну, просто на него, мягко говоря, не смотрят. То есть многим обычно нужен либо реально коммерческий опыт, да, либо, ну, короче, многим, типа, все равно. И, грубо говоря, у нас многие студенты, ясно дело, стремятся поступить в иностранные вузы, ну, потому что... Это, не знаю, как-то получить больше котировать. Получить знания и хотят получить котированный диплом. Да, да, да. Вот ответ, все, давай да. Коротко ответ. Смотри. Ага. Я сам был преподаватель. Ага. Я преподавал. Да. И, слава богу, я попал в самый некоррумпированный вуз страны. Это консерватория. Ну, в него по блату зачем поступать? Туда поступают люди, действительно, которые после музыкальной школы. После музыкального училища это все одаренные люди. Больше того, там половина первого курса это уже лауреаты международных премий. Где-то выиграли там в России, в Лондоне и так далее. Они супер волкодавы. И они во многом иногда могут быть даже грамотнее, чем преподаватели сами. И мне повезло в таком вузе работать. Но все равно я их прессовал. Я был самым жестким преподавателем в вузе и в то же время самым популярным. Допустим, была студенческая осень же есть такая, такие праздники. Там юморески были, типа КВН. Значит, было примерно 5 юморесок о преподавателях. Из этих 5, 3 были посвящены мне. Моей жесткости. У меня, ну, они... Там одна юмореска была посвящена тому, что вот преподаватель нет. Под названием «нет». Вот. Ну, короче, смотри, что я делал. И нужно систему эту вести вообще в государстве. Если мы принимаем решение, закон, что все зачеты, все экзамены, неважно, в школах, в вузах, в средних учебных заведениях, и даже в ГАИ на вождение машины, все зачеты и экзамены принимаются не одним преподавателем, а коллегиально, это минимум 3-5 преподавателей. Раз, 3-5 специалистов. И второе, чтобы даже еще и за преподавателем был контроль, весь процесс экзаменов зачетов, даже мелких, производится под видеозапись. Копия отправляется в министерство. Ну, естественно, преподаватели, когда видеоконтроль, они, естественно, задают умные вопросы и не могут иметь возможности что-то там подсказывать и так далее. 4 камеры наблюдают, как в суде, все нормально. И студенты, соответственно, готовятся. Они понимают, что просто так спуску не будет. Потом, раз это не один преподаватель, значит, договориться невозможно. 3-5 судей, они судят твои знания. С этим вопрос решен. Второй момент очень важный. По поводу
большого количества вузов. Была ситуация такая, что в стране только одних юрфаков было 75 штук. Да, вот это тоже... Была такая ситуация, когда у нас университеты создавались в Сарагашском районе, в райцентрах. Что нужно сделать? Существует очень простая элегантная система. Мне нравится элегантная система, когда сами вузы хотят сокращаться. Когда сами вузы хотят сделать себе харакири. Как это делать? Просто правильная аккредитация, типа, я не знаю. Это делается очень просто на примере банковской системы. Я всегда изучаю смежные отрасли или зарубежный опыт, и это мне дает подсказки. Когда, например, много банков, государство хочет, чтобы это были большие, пусть поменьше, но большие банки, оно говорит так, потенциальная норма должна быть вот такая, по золотовалютным резервам и так далее. Просто норму повышает по количеству там, профессоров, по количеству там, сидячих мест, по количеству площади и так далее. И все, и дается срок. Допустим, вам дается один год, чтобы вы свои проблемы решили, либо мы вас закрываем. Естественно, у них год есть, они начинают бегать по 10 вузам и говорят, давайте мы с вами присоединимся или объединимся. Все, договорились. Происходит процесс укрупнения и процесс повышения требований по качеству. И когда ты каждый год это делаешь грамотно, то никаких криков нету, вот, меня зарезали, меня лицензию отобрали и так далее. А тут все нормально. Тебе дали прозрачную, пруденциальную норму, тебе дали ясные нормы, все прозрачно, все красиво, по-европейски. Тебе дали большой срок, ты за год веди переговоры, объединяйся, и все. И там ты уже будешь, соответственно, делать какие-то вот эти все моменты. Плюс вливание денег. Если, допустим, на каждого студента, неважно, в частном или в государственном вузе, мы будем платить, допустим, не такую-то смехотворную сумму, а в два раза больше, то, соответственно, у вуза будут деньги на закуп химии-лаборатории, физической лаборатории, там, астрономической лаборатории там, и так далее, и так далее. Классы, все будет на высшем уровне. И это тоже будет создавать ситуацию. Мы должны поставить себе планку, что по расходам на каждого студента у нас должна быть, по каждому образовательному гранту у нас должна быть норма, превышающая там, даже среднеевропейский уровень. И когда мы такую систему создаем, у нас идут продвижения. Плюс еще один момент. Допустим, в моем классе в школе где-то было до 40 учеников. И так, я когда повел свою дочь, свою третьего ребенка в школу, и она потом была переведена в балетное училище, я думал, в балетном училище будут плохие знания. Ну, как всегда, в спортшколе, допустим, это значит чисто спорт, в балете, значит, только балет. И значит, физика, химия, литература, все пострадает, чертовой матери, и она выйдет только голой балериной, и все. Но какого было мое удивление, когда я приехал в училище Селезнева на кинотеатр Целины и узнаю условия, значит, образования там. Они в одной системе получают три образования. Балетно-хореографическое, музыкальное и общеобразовательное. И классы, в классах 6 человек. Да, это сильное уделение времени на одного. Получается, один учитель за эти же самые 45 минут, одно дело 40 ученикам, а другое дело 6 ученикам. Так у них знания получаются выше, чем в обычной школе. Я думал, у них будет ниже. Ни хрена. У них шикарное образование. И моя дочка стала там солистская, стала супер, сама, еще и среди них стала первой, она там замечательная. Ну, моя кровь же, это моя фамилия же, мои гены пошли и так далее. Ну, да. Я к чему клоню? К тому, что если мы в общеобразовательной школе увеличим количество учителей до такой степени, чтобы мы могли разукрупнить классы до мелкого уровня, и когда будет в классе 6 детей, ну пусть 10 детей даже, то качество образования даже при тех же преподавателях, даже при тех же учебниках, но при увеличенном внимании к каждому ученику, качество образования в два раза увеличится на ровном месте. Понял. Мы должны, вот условно говоря, если мы соревнуемся, допустим, с Россией, с Великобританией, с Польшей, мы должны смотреть, сколько у них в классе детей. И у нас должно быть детей меньше, чем в польском классе, чем в русском классе, чем в китайском классе. И если у нас будет меньше,
тогда мы можем надеяться, что у нас образование будет как минимум не хуже. Вот и так далее. Потом дальше. Казахский язык. Казахские школы, русские школы. Почему за 30 лет? Ну да, я об этом тоже хотел себе сильно спросить. Почему, допустим, в русских школах 30, через 30 лет, в 2021 году, дети выходят из русских школ, они казахским языком не владеют? Какая проблема? Я министр образования или президент, премьер-министр, президента мы убрали. Мы вместе договариваемся, и парламент принимает закон, по которому все вспомогательные предметы, физкультура, труд, пение, рисование, музыка, труд, там, НВП и так далее, все переходит на казахский язык. Нашли. Еще, чтобы, ну, чтобы людей найти, еще и зарплату по этим специальностям, по этим предметам увеличиваем на 20%. Все, желающих много, конкурс, все, отобрали самых лучших, зашли, все. Когда ты физкультуру в русской школе преподаешь на казахском языке, люди через обычные вещи, там, мяч, топ и так далее, донгилек и так далее, все простые казахские слова, которые ты преподаешь в ходе физкультуры, да он у тебя просто за счет только одной физкультуры через год будет свободно говорить на казахском языке. Да, просто быту используется, верно. Да. Да. Ты его просто в разговоре речи используешь, без всякой там учебы там, по синтаксису, окончаниям, суффиксам, просто разговариваешь, объясняешь какие-то элементарные вещи. За год он у тебя свободно говорит. Он уже тебе к концу первого-второго класса владеет казахским языком. Плюс еще такой момент. Раз у нас казахский язык государственный, то и школа на казахском языке должна иметь первостепенный статус по сравнению с другими школами. С уйгурскими, узбекскими, русскими, украинскими, таджикскими школами казахскоязычная школа должна быть с государственным статусом. Что это означает? Это означает, что она должна получать финансирование на каждого ребенка и на каждую школу на 20-30% больше, чем все остальные школы. И зарплаты там должны быть на 20-30% больше. Что это, к чему это приведет? С базаров все учителя сбегутся в школу и захотят снова работать. Это раз. Второе. Преподаватели из этих школ будут сбегать в казахскоязычную школу. И значит, в казахскоязычной школе будут самые лучшие преподаватели. И когда все будут рассуждать о качестве образования и знаний, все будут признавать, что да, в казахской школе знания на голову выше. И русские дети, русские родители будут стараться сами, без палки, стараться давать в бесплатную казахскоязычную школу, где они могут бесплатно получить образование. Да еще если сделать такую систему, где в казахскоязычной школе школьную форму одежды, горячее питание, ранцы, письменные принадлежности, шапка-ушанка, куртка, пальто, сапоги, валенки, трусики, маечка, все за счет государства. Как вот военный пришел в военное училище, его же с ног до головы полностью одевают. То же самое, человек пришел в первый класс, с ног до головы государство его одевает, и это означает, что ты эту сумму денег родитель оставляет у себя. Он не тратит его на школьный базар, он его оставляет у себя, это увеличивает семейный бюджет. Да. Мне выгодно отдать в казахскоязычную школу. Даже если мой, если я не бум-бум в казахском языке, если даже мой ребенок не бум-бум, я отдам, потому что плюс еще государство создает еще подкурсы, скажем так, шестой класс, шестилетку, в шесть лет для всех слабо владеющих казахским языком еще дополнительный подкласс создает, нулевой класс. Угу. Все, без проблем. У всех будет желание в бесплатном детском садике, в бесплатном школе отучиться и так далее. Если у нас будут бесплатные садики на казахском языке, то, естественно, человек уходит, торопится на работу. Да, какая разница, что там ребенок мой, русский Ваня, будет в казахскоязычном садике. С него не убудет. Он выйдет, уже через пару месяцев будет разговаривать на казахском языке. Бесплатно. Я в русском садике 80-100 тысяч тенге отдаю, а здесь 100% бесплатно государство полностью финансирует. Мне куда выгодно ребенка отдать? Все, с казахским языком вопрос решен. Да, тут согласен. Я понял, что вы этим решением прям и образование покрыли, и сам казахский язык, ну, проблему казахского языка у нас в стране. Тогда, ясное дело, у меня из этого возникает еще другой вопрос. Ну, у нас страна многонациональная, да, и, ну, это, понятное дело, это огромный плюс. Но
ну, не считаете, что там, скажем так, у разных национальностей, скажем так, возникнут вопросы недовольства после вот таких решений, как, если возникнут, как типа с этим бороться? Ну, давай отвечу на вопрос. Смотри. Существует полностью свобода. Я русский Иван Васильевич, у меня ребенок, я инженер на каком-то заводе. Ну, у меня есть свобода. Вот сейчас существуют частные садики, правильно? Да. Если я не хочу на казахском языке, вот мой ребенок в русский садик ходит, я плачу деньги без проблем. Но все мои друзья, все мои соседи, они захотели в казахскоязычный садик отдать, в том числе по денежным финансовым соображениям. Но еще и плюс бесплатное знание получает. Ребенок получает два языка и свобода полностью социального лифта для всех людей, которые владеют казахским языком. Он может стать президентом, премьер-министром, депутатом, акимом. Хотя он русский, но он, владея казахским языком, может сделать лифт до самого верха. Почему бы нет? То же самое школа. Да, мой ребенок идет в русскую школу. Да, он учится в бесплатной русскоязычной школе. Проблем нет никаких. Но если я отдам в казахскоязычную школу, до 500 долларов каждый месяц, условно говоря, с меня снимают расходы по образованию, по униформе, по одежде, по горячему питанию полностью, с ног до головы. Школьный автобус, полностью проезд по городу. Все расходы на ребенка, все уходит за счет государства. Мне, если это проблема, я, конечно, захочу отдать в казахскоязычную школу. Но казахскоязычная школа же не запрещает разговаривать ребенку в коридоре, на переменке, после школы, до школы, выходные на русском языке. То есть русский язык, он никуда же не пропадет. Да. Мы же не запрещаем русский язык. То есть на таджикском, на украинском языке везде разговаривают. Больше того, я считаю, что если ты украинец в Казахстане, государство должно тебя заставлять изучить украинский, родной, таджикский, там, уйгурский и так далее язык, чтобы ты его не забывал. То есть это как организация курсов каких-то? Типа, да. Это должны быть бесплатные курсы и, больше того, даже где-то там с принуждением каким-то, чтобы человек 20 годам знал свой родной таджикский язык, знал государственный казахский язык, русский язык он и так на улице знает, он его не потеряет нигде. Все. И английский язык еще в казахскоязычной школе изучает. И еще китайский язык. Да, вот, кстати, насчет вот этих языков тоже хотел спросить. Вот, ну, вы, наверное, знаете, что в Сингапуре там 4 официальных языка, да, и это сделано по причине, чтобы у них дети выходили, скажем так, ну, я сейчас, способны вести... Алмаз, тебя замечу, сразу накинуться на меня, вот когда услышит, что китайский язык изучать в школе, сразу накинуться на меня. Да, я предполагаю. Я сейчас скажу сразу коротко. Немецкий язык в советском языке в Советском Союзе изучали во всех школах. Хотя все понимали, что Германия была главным врагом в Первую мировую войну для России, главным врагом во Вторую мировую войну. И, может быть, она будет снова врагом ФРГ. Но, тем не менее, изучали. Именно потому, что главный враг, его и изучали. Врага надо знать. Поэтому, если мы прекрасно знаем русский язык, то мы прекрасно знаем Жириновских, Лимоновых, Путиных и так далее. Мы они их, говорят, да, это да, о чем они думают, мы знаем. Да. Они не знают, о чем мы думаем на казахском языке. Но мы знаем, что они думают и говорят на русском языке. Плохо, что мы Китай плохо знаем. Плохо, что мы Китай газеты, сайты не читаем. Согласен полностью. Мы должны быть тотально знакомы с китайскоязычной средой. И мы должны окунаться, мы должны захватывать китайский рынок через свои товары, через свою промышленность, да, через свою экономическую экспансию. Но мы должны еще знать его и как военного врага. Поэтому мы должны его глубоко знать. Там должны быть все дипломаты с китайским языком наши, все бизнесмены на китайском языке. И все разведчики должны быть со знанием языка. И так далее. То есть поэтому я считаю, что китайский язык мы должны обязательно вводить в школах, в университетах и так далее. И для начала мы должны создать в каждой области большой факультет китайского языка в вузах. Я с этим полностью согласен. И, ну, я рассматривал это в плане, как Китай, да, он, ясно дело, представляет для нас огромную опасность, но еще и это невероятный экономический партнер, да. Типа, это огромный рынок. Да, и вот Сингапур это доказал, что многие операции, даже вот связанные с вот этими биткоинами, да, вот их огромные биржи типа Binance, которые, ну,
если, грубо говоря, Европа или США хотят как-то связаться с Китаем, они проводят все деньги через Сингапур, да, и это огромный плюс. А потом смотри, еще какой момент. Это же еще огромный рынок в каком плане? Представляешь, что мы будем первой страной, которая полностью обучит всех школьников китайскому языку, и наши граждане получат еще дополнительное конкурентное преимущество во всем мире, потому что они будут да. на расхват во всей Европе, в Америке. Они их всех будут нанимать как минимум переводчиками, а потом они будут переходить на уровень менеджеров, на следующий, третий, четвертый уровень. То есть за счет не только английского, за счет своих знаний, но еще и за счет китайского языка и государственного бесплатного образования во всем мире казахи будут востребованы еще и с этой стороны, с точки зрения больших связей Европы, Запада с Китаем, где казахи будут главными посредниками. Да, согласен. Шикарно. Вот, да, я, конечно, это бы тоже самое хотел. Вот и модель Сингапура в этом плане меня сильно привлекает. И тогда, ну, мы, скажем так, со школьным образованием примерно разобрались, и вы рассказывали про университетское образование в плане увеличения качества образования за счет, вот, как вы сказали, удаления коррупции, да. Но все равно, скажем так, ну, и, наверное, сейчас и качество преподавателя, да, не особо, возможно, хорошее. И вот вы правильно сказали, что и огромное количество вузов, ну, про эту проблему вы уже сказали, да, как решить. Ну, да, качество самих, скажем так, преподавателей, и как вообще это качество повышать, что делать, допустим, систему ЕНТ, и делать ли, например, обучение в вузе платным, как в США, да, там даже свои же граждане платят, ну, да, с большой скидкой, но типа все равно, но при этом у них вузы в топе, и так далее. Вот как это связано и что делать вот в этом плане? Смотри, вот еще один момент очень важный. Я к ЕНТ отношусь двояко. ЕНТ недостаточно, как система проверки знаний. И ЕНТ как система кроссвордов, ну, ответы на кроссворды. Условно говоря, это ответы на кроссворды. Кроссвордная система. Она недостаточна еще в каком плане? Она не охватывает устную речь. Согласен. И мышление тоже, да, логику мышления. Когда ты излагаешь устно, оно в ЕНТ не попадает это. Когда ты излагаешь устно свой материал, и это, пусть это будет, пусть будет у нас двухуровневые экзамены. Чисто кроссвордная система и плюс дополнительно вот такая система, советская система, я ее называю, в которую входит устная речь, устное изложение своих мыслей. И второе, это, помнишь, у нас были система диктанты? Сочинение... Диктанты, раз, когда ты на слух воспринимаешь это, раз, сочинение, изложение. Эта система позволяет тебе включать очень сильно мозги и развивать свою мозговую систему. Без этого мозговая система будет крайне слабая, крайне низкая. Это вот раз. То есть ЕНТ плюс второй уровень экзаменов. Это раз. Мы должны это, то есть мы должны переходить к болонской системе, не теряя преимуществ советской системы. Теперь еще один момент. У нас не существует как таковых рейтингов в глубоком смысле этого слова. У нас должны быть рейтинги всех школ внутри каждого района, каждой области, каждого города и республики, школы. И, соответственно, они должны от этого получать бонусы. Верхняя часть, которая находится, должна получить бонусы. В нижней части должны получать отрицательные бонусы каких-то штрафов и так далее. У нас нету рейтингов факультетов, вузов, отделений, нету рейтингов кафедр. Когда у нас будет национальный рейтинг факультетов однотипных, юрфаков, допустим, или однотипных каких-то филологических, или других однотипных кафедр в отделении факультетов, и появится система государственных бонусов отрицательных или позитивных, штрафов и там премий. И вообще это будет открытость для всех там зарубежных студентов, для зарубежного аудита и так далее. Это очень система сама по себе, даже без бонусов, она будет подталкивать вузы к качеству. И мы должны включиться еще и в мировую систему рейтингов. У нас есть мировая система рейтингов вузов, как таковая. Но мы слабо знакомы с западной системой рейтингов факультетов, кафедр. И когда мы включимся, и наша национальная система рейтингов, глубоких рейтингов, войдет в единую систему, то государство уже будет понимать,
кого хлестать кнутом, кому давать пряник. И когда эта система заработает, учета, до сих пор власти и мы, общество, до сих пор не понимаем, где мы ниже ватерлинии, где мы выше. Кого поддержит, за что поддержит, непонятно. Непрозрачная система. Когда эта система заработает, тогда можно будет принимать государственные меры к тому, чтобы мы превзошли Томск, превзошли Новосибирск, превзошли Москву, Санкт-Петербург, Варшаву, Кембридж, Лондон и так далее. Вот эта система должна заработать. И мы должны стремиться в своей системе образования прийти к защищенному бюджету. У нас должен быть защищенный бюджет образования. У нас должна быть защищенная система, когда, вот, допустим, в мире мы вот видим, допустим, можем забить в интернете, в Гугле список стран по качеству образования, по рейтингу образования. И мы находимся на каком-то месте. И мы можем определить список стран по выделению ВВП, доли ВВП на образование. Столько-то, столько-то процентов. И если мы защищенный бюджет включим и укажем, допустим, пусть для того, чтобы войти в двадцатку, нам нужно, чтобы было там 17% образования, ВВП на образование. Каждый год. Это уже Министерство образования само распределяет, но мы заранее всеобщему договоримся, не меньше там такого-то уровня. С целью войти в реально в мировые лидеры. И если мы, да, будем отставать в промышленности, будем отставать в сельском хозяйстве, в тех или иных сферах, но мы локомотивом поставим образование и сделаем защищенный бюджет с грамотными вот этими вещами, защитой от коррупции, рейтингами и так далее. То остальные сферы сами просто пойдут, да? То эта сфера потянет за собой другие сферы. Да, человеческий капитал – это, конечно, самое важное. Потом, дальше, система Булашак. Я отношусь к Булашаку двояко. Оно было хорошо на первом этапе, на первые 10 лет. Почему? Потому что пока у тебя нету мощных вузов внутри страны, это хорошо, да, быстренько отправлять с тем, чтобы они возвращались преподавателями. Но у нас система выродилась, и она получается такая система. У нас за 30 лет вузов как таковых не создано. Мы наплодили. Мы, понимаешь, миллиарды выбрасываем и кормим зарубежные страны. Мы кормим зарубежные вузы. Да. И при этом не создаем свои научные школы, и мы не создаем свои образовательные преподавательские школы. Если мы бы эти деньги потратили бы на то, чтобы мы финансировали зарубежных профессоров, которые бы покупали бы и нанимали бы на 5 лет каждого, и делали бы там десятки Назарбаев университетов в каждой области, то мы создали бы Балашак-2. Они получали бы такое же образование, как в Кембридже, но мы получали бы двойной эффект, потому что человек уходил бы после контракта обратно в Нью-Йорк, в Варшаву, но после себя оставлял бы 10 казахов, которые были бы ассистентами, аспирантами, магистрантами, оставляли бы там доцентами, профессорами. То есть они бы создавали бы целую школу. Понимаешь? Верно, да. И с годами, получается, мы на те же самые деньги уже имели бы не одного студента, не, там, не 100 студентов, а 1000 студентов. Все время мы бы экономический эффект виден же. И получается, Булашак ушел просто по инерции 30 лет без мозгового осмысления необходимости тех или иных мер. Я считаю, должно быть умное финансирование, умные инвестиции. Да, это, конечно, согласен. Так, да, хорошо, с этим разобрались. И теперь в плане, допустим, скажем так, так как вы сказали, вот о рейтинге школ, да, и, ясное дело, школы будут гоняться между собой, ну, и для них будет там сильно важен рейтинг. И, допустим, когда у школы падает рейтинг, часто, не знаю, школа будет искать, это может проблема в детях, я не знаю, да. И, допустим, там ребенок отчисляется, и у него уже как плохая история, скажем так, да, что он там отчислен и все такое. И он приходит в другую школу, и, ну, и вот такие проблемы. Не знаю вообще, могут ли они быть, и если они могут быть, как что-то такое решать, не знаю, какие-нибудь. Смотри, вот еще такой очень важный момент. Я же сидел на зонах, на колониях, да?
Там тоже есть свои воспитатели, да? Там начальник отряда считается воспитателем. Но он не работает, он имитирует работу. И такая же ситуация в школе. Когда сидит учитель истории, или учитель начальных классов, или литературы, он не отвечает за своего ребенка, он, ему все равно. Ну да, может быть, станет его ребенок через 10 лет доктором химических наук по его специальности по химии. Но от этого он ничего не получит. А если мы кроме зарплаты еще добавляем бонус, который заключается вот в чем. Если он преподаватель химии, и из его класса в будущем 25 человек стали кандидатами химических наук, 5 человек стали докторами химических наук, один стал вообще Нобелевским лауреатом, за каждое такое достижение он получает ежемесячную какую-то надбавку. И он заинтересован в том, чтобы оставаться больше в этой школе, выпускать качественно годовые знания, давать детям таким образом, чтобы они влюблялись в его специальность, чтобы он становился Иисусом Христом в своей профессии, чтобы у него были свои 12 апостолов, которые войдут на небоскреб его отрасли. Чтобы без этом... Иуды, да? Так. Ты понимаешь, какая долгоиграющая система? Да, да, понимаю. Это одно. Еще один очень важный момент – это выборы директоров школ, которые, я считаю, тоже нужно к этому прийти. У нас директора и вообще все учителя используются грязным способом на выборах. Они зависят от акимов, от правительства. Да, согласен. Но если многие у нас в каждом районе, допустим, в Алатауском районе города Алматы, все учителя каждый год собираются на свой съезд, на свою учительскую конференцию, и они выбирают директоров школ для 30 школ на территории нашего района. И они из там, 1000 учителей должны отобрать 30 самых грамотных, самых супер классных учителей. Они знают друг друга. Они выбирают 30 человек. Эти 30 человек становятся директорами 30 школ. Они не зависят от акимов. Им похрен на эти выборы. Выборы будут честные, во-первых. Во-вторых, профессиональная каста, профессиональные цеха, они сами выдвигают самых лучших, самых грамотных, самых авторитетных людей. И они работают уже продуктивно с учителями, потому что они хотят, чтобы их избрали на следующий год. В то же время они не зависят от конкретной там сисюканье, там они с бездарностью, с бездарным учителем они сисюкаться не будут. Они работают продуктивно на года, они понимают, что если он грамотно работает, он 10 раз переизберется, он 10 лет будет, и он сможет из этой школы сделать самую лучшую рейтинговую школу, которая имеет самое первое место в стране и, может быть, даже в мире. И государство его будет финансировать. Чем лучше школа, чем лучше школа дает большинство кандидатов докторов наук, тем больше она получает. И школа тоже должна получать бонусы. Вот какая система должна быть. И эта система не существует ни в одной стране мира. Мы должны все вот эти плюсики собрать в одной казахстанской системе, воплотить ее, и тогда это будет самая передовая система образования с самыми качественными университетами, с самыми лучшими школами, когда американцы захотят учиться в казахских школах, когда россияне будут тысячами переезжать не мы в Россию, а они будут к нам приезжать на образовательный туризм, на пару лет отучиться в магистратуре. Понял. Да. Звучит классно. И теперь вот после всего вот этого, скажем так, ну вот вы говорили про уменьшение грубого количества детей, да, в классе, ну, типа среднее количество детей в классе. Это означает, что и увеличение количества учителей, и увеличение количества просто школ, и про бесплатное образование, все вот это, и это все, типа, огромные деньги. И я не знаю, конечно, сейчас какой в плане бюджета у Казахстана. Смотри, вот если мы уберем количество учителей, да, количество школ увеличивать не надо, количество зданий увеличивать не надо. Ну, условно говоря, вот у тебя класс есть на 40 учеников, ты тонкую стенку поставил, ну, какую не надо, там, да, ДВП, ДСП, звукоизоляцию сделал, все, у тебя вместо одного класса два класса. Вход прорубил дополнительный, второй, все. Два класса имеют два отдельных входа со стороны коридора. На переменку выходит, заходит, два учителя заходят,
В этом классе уже 20 учеников. Еще как-то поместимся. У нас же там третий, четвертый этажи. Много классов не занято в школах. Нерационально используется. Если мы плотно сделаем график, то мы, наших помещений хватит. Потом еще, извини меня, у нас такая ситуация есть. Например, в казахских школах переполнены, а в русских школах недополнены. То есть, если мы грамотно распределим, то у нас нашей площади хватит. И если придется расширять, потом еще имею в виду, что у нас со времен распада Советского Союза пару миллионов людей уехало, и количество учеников в школах уменьшилось. Поэтому того объема и плюс еще построенного вполне хватит для того, чтобы свести классы там к 6-10 ученикам. А, скажем так, при, ясно дело, улучшении уровня жизни повышается демография, да? И, грубо говоря... Построим новую школу, если надо. Окей. Я просто, в плане, ясно дело, не особо в курсе в плане бюджета Казахстана и сколько там, грубо говоря, в год там... Ну, если ты вспомнишь, что мы сокращаем, что система снизу вверх обрушивает число чиновников, бюрократии, полицейских, да, верно, то мы гигантскую экономию получаем, и мы тратим деньги на то, что на самом деле надо. Верно, верно, да, я про это, скажем так, подзабыл. Запомни, что коррупция съедает 20% бюджета. Да. Минимум. Вот все, вот доходы есть, и у нас есть запасы. У нас есть мировые запасы, которые мы не используем. Смотри, как мы используем мировые запасы. Зачем нам экспортировать вообще нефть? Зачем нам экспортировать сырье? Почему мы не можем сделать так, чтобы за считанные годы мы полностью прекратили экспорт нефти и вывозили только моторное масло, автошины, нефтехимию? Продукты, грубо говоря, уже, да. Это будет уже совершенно другой коленкор. То есть мы будем бюджет иметь в 10 раз больше. Да. Нет, я с этим согласен. Да. Зачем мы металл вывозим в Россию, допустим, с Соколовско-Сарбайского месторождения на Челябинскую магнитку, когда мы можем вывозить сталь, чугун или готовые вездеходы, самолеты, готовую продукцию и иметь на полуфабрикатов в 10 раз увеличение стоимости экспорта, а на готовую продукцию еще в 20 раз больше. То есть мы сами не... Мы как индейцы, которые за 30 гривенников продают Манхэттен. Да, это я знаю, что у нас с этим жесткая проблема, что у нас нет именно конкретного производства, грубо говоря, мы просто отдаем сами именно ресурс, да, там нефть и так далее. Да, тут полностью согласен. И еще я хотел спросить, я не знаю, как у нас вообще обстоят дела в плане, допустим, уже вот бизнеса, да, ну, ясно дело, малый и средний бизнес – это, по сути, двигатель экономики, и как вот у нас в этом плане обстоят дела? Ну, вообще, я слышал, многие жалуются, и, скажем так, не совсем прозрачны правила, грубо говоря, этой игры, и, ну, и налоги, понятное дело, да, кредиты, которые не всегда, типа, люди могут потянуть. Как я понял, нет какой-то именно помощи от банка, не знаю, в плане более низкого кредита для бизнесменов и все такое. И я снизил еще иностранные инвестиции. Алмаз, да. Смотри, по большому счету, вот вроде бы бизнес – это гигантские деньги, да? И вроде бы помочь бизнесу, ну, можно только какими-то вкладываниями каких-то государственных тоже инвестиций для помощи там бизнесу и так далее. А на самом деле никакой копейки, никаких расходов не надо. Вот представляешь, в бюджете вообще шаром покати. Ноль. Для государственного, есть какие-то крохи денег, но для бизнеса ни хрена нету, ни копейки, ни одного доллара, ни одного тенге, ничего нету. Ты просто делаешь стокгольмский арбитраж в каждом районном суде, говоришь, вот все, вы работаете по правилам стокгольмского арбитража. Это ни одной копейки. Просто правила поменял, все, сами бизнесмены между собой ругаются, идут суды. И они избирают там Сауле, там Мейрама, там и так далее, Ахмета. И все это никаких государственных денег на это не надо вообще. Ты только дай стокгольмский арбитраж, тебе ничего не надо. Даже при этих законах стокгольмский арбитраж будет так красиво разруливать все дела и быстро, что с соседнего России, с Китая,
где нет стокгольмского арбитража, со Средней Азии, с Кавказа, где нет этого, весь бизнес просто перейдет к нам, потому что у нас свободно, легко делать дела. Тебя никакой чиновник не нагинает, потому что ты сразу идешь в стокгольмский арбитраж и выносит решение против чиновника, против налоговой, против таможенной, против какого-то олигарха, против какого-то банкира. Ты настолько защищен одним бесплатной государственной мерой, что тебе не нужны никакие там государственные деньги, бюджеты и так далее, конкурс, тендер и так далее. Ничего не надо. Ты получил бесплатный стокгольмский арбитраж, и все, лафа, и ты расцветаешь. Я тебе приведу пример. В Голландии, когда бушевала средневековая разрозненность, раздробленность Европы, Голландия и Великобритания просто взорвались экономически, произошла экономическая революция. Это было еще известно как английская промышленная революция. Так вот, первые меры, которые предопределили вот эту ситуацию, экономический взрыв на ровном месте, это был суд присяжных. Это была новая судебная система. И если у нас будет суд присяжных и стокгольмский арбитраж, просто, без всяких дополнительных мер, при существующих законах, хороший судья, даже плохой закон, всегда найдет соломоново решение, которое будет справедливое, элегантное, красивое, в казахском стиле. Да. То все. Я не говорю про все остальные тысячу мер. Плюс еще суд, система снизу вверх. Когда снизу вверх, означает, что ты, как бизнесмен, где бы ты ни жил в микрорайоне или там пришел к большому чиновнику, система снизу вверх, все зависит от низов, все зависит от жалоб простых граждан, от простых бизнесменов. Все перед тобой на цепочках ходят и все делают, как это надо, иначе ты пожалуешься, поднимешь скандал, и его сразу мгновенно снимут. Система снизу вверх позволяет создать систему, которая целиком направлена на нужды народа и бизнеса. И тогда у тебя нет никаких проблем. Тогда реально бизнес из России, из Китая перетекает в Казахстан. Это становится клондайком, это становится налоговым раем, это становится евразийской офшором. Да, я понял. Я понял, да, если, получается, защищать, грубо говоря, бизнесменов, и что они, скажем так, могут рассчитывать на справедливый суд при каких-то определенных проблемах. А в плане, ну, это, допустим, хорошо для тех, у кого, скажем так, уже есть деньги, готовы они, ну, работать в сфере бизнеса, да, а вот тем, которые, скажем так, ну, не знаю, ищут инвестора, кредит, ну, грубо говоря, у которых нет бюджета, и, но они хотят, допустим, этим заниматься, вот, что... В этом плане можно поменять, улучшить, не знаю. Вот смотри, вот если мы понимаем, что нам нужно привлечь деньги во что бы то ни стало, в первую очередь инвестиции. Ну вот мы привлекли внимание, что у нас самая лучшая идеальная система судов, настолько лучшая, что мы даже обогнали Америку. Это раз. Второе. Мы смотрим, сколько налогов в каждой стране мира. И мы говорим, стоп. Самая низкая сторона налога какой там, где там, что там офшор? Ставим планку еще ниже. Пусть это будет самая налоговая райская система во всем мире. Вот условно говоря, представь себе рельеф. Он такой холмистый и так далее, впадины, горы и так далее. Вот горы – это высокие налоги, впадины – это низкие. Вот да. Если воду заливать на такую поверхность, она же будет образоваться не на верхушке айсберга горы, она будет заполнять низины. И если на всем земной карте самая глубокая впадина, низина находится в Казахстане, то вода будет стекаться естественным образом в эту низину. И естественным образом Казахстан будет вбирать в себя самое большое количество инвестиций. Понял. Это будет означать еще одну простую вещь. Когда простой алмаз решил после школы и закончив университет где-то в Астане, он решил заняться бизнесом, он идет в банк, и благодаря вот этой двойной системе налогового рая и системе самой лучшей судебной системы пришли туда самые большие банки, самыми дешевыми кредитами. И тебе легче, чем в Боливии, в России, в Китае, легче взять кредит
под 1% в Казахстане, чем в другой стране мира. Да, понял. А в плане, скажем так, ну, мне, в общем, всегда казалось, что существует типа некий баланс в плане социальной обеспеченности, да, там, граждан. То есть, допустим, ты хочешь там обеспечить бесплатную, скажем так, мест страховку, образование и так далее, тогда ты должен там, не знаю, поднимать краски налоги у, грубо говоря, не знаю, у среднего бизнеса, что-нибудь такое, чтобы как-то, не знаю, заполнять бюджет. Да. И вот, вот такие типа низкие налоги, они потом не сильно ранят тех, кто, ну, скажем так, обычных граждан, и вот они, да, не тут, косят. Ну, тут большая проблема, согласен с тобой, есть большой вопрос. Нужно найти баланс. И если мы создаем систему, где олигархи не имеют никакой политической власти, и они занимаются только строго бизнесом, если мы принимаем закон, что если ты хочешь идти в политику, ты должен распродать все коммерческие активы и уходишь в политику голым, чистым, она, эта тоже система позволяет создать во власти такую социальный лифт для людей, которые не имеют там за спиной какого-то агашку олигарха и так далее. Это тоже один момент. Потом очень важный момент, когда мы создаем систему, где олигархи, когда мы создаем антиолигархическую систему. Вот вообще, в принципе, в Америке все олигархи проигрывают суды. Фармацевтические, оружейные компании, табачные компании, химические компании. Они проигрывают процессы объективно, по справедливости, даже простому, простым американцам. Потому что суд присяжных – это 12 простых харапаем американцев, которые хотят вынести решение даже больше по своим, своим внутренним соображениям против олигарха. А если есть справедливость, то они обязательно справедливое решение вынесут в пользу простого человека. Это антиолигархическая система. Как это ни странно, в Америке существует самый антиолигархический суд. И вот если вот эта система в совокупности создает ситуацию антиолигархической, то это уже шаг к социальному государству. Если мы создаем ситуацию, когда мы, общество, договариваемся, что вот есть небогатые люди, а есть очень богатые люди, и мы все вместе, казахи, вместе граждане Казахстана, договариваемся, что есть какая-то группа людей, которую мы должны выключить. Она выключена из экономического рынка. Это дети. С нуля, с первого дня до 18 лет они не могут зарабатывать деньги, поэтому давайте мы договоримся, что дети бедного и дети богатого, они учатся в общедоступных образовательных государственных школах. Не просто учатся, но они получают рюкзак, все, форму, одежду и так далее. И когда, помнишь, Хрущев говорил, мы построим там в 80-м году, 80-е годы построим коммунизм. Мы должны его немножко трансформировать. Если мы коммунизм понимаем как будущее такое идеальное государство, и к коммунистам мы иногда относимся как просто к фантазерам, которые ради фантазии начинают там голодомор, коллективизацию, убивать людей. Но есть хороший смысл как мечта, то давайте мы договоримся, что для детей мы коммунизм построим уже сейчас, уже сегодня. Вот есть же такое понятие, да, там какой-то доход, который мы распределяем там между всеми. Не надо. Давайте мы доход распределим хотя бы относительно детей. Что каждый ребенок, условно говоря, там, сколько ему, посчитаем, допустим, сколько ему нужно там на образование, на проезд, на питание, на одежду и так далее. Вот мы договорились, что это будет примерно там $500 на одного ребенка. Вот $500 на одного ребенка в месяц мы каждый месяц тратим 12, получается там свыше $10,000, да, там, или сколько это получается, умножить на 10, это получается 5 тысяч, 6 тысяч долларов, $6,000 каждый год мы тратим на ребенка, и мы договоримся, что ради этого у нас будет какая-то определенная налоговая система, и мы с этим соглашаемся. Да, это больше, чем в другой стране. Нигде там на ранцы, на письменные принадлежности, на питание, на проезд, на одежду не тратят. Тратят только на образование, на учителей. Но мы с вами договоримся, если мы хотим быть первыми в мире, и это первенство удерживать не просто 1-2 года, а 50 лет минимум, то мы должны быть number one в образовании, в мировой системе рейтинга. И
вот эти все нюансы, они приводят к тому, что в бизнес постоянно после школы, после вузов вливается огромное количество казахов, которые по образованию на голову выше, чем американцы, французы, японцы. Это предопределяет еще дополнительное конкурентное преимущество для того, чтобы бизнесу было интересно прийти в Казахстан. Потому что здесь персонал самый лучший, менеджеры самые лучшие, здесь самые лучшие головастики, здесь лучшие креативщики. Вся система в комплексе должна быть, комплексный системный подход. Сулай? Да. Понял. Да. Так. И, наверное, вопрос еще... Надеюсь, последний вопрос. Да, наверное, последний. Это уже как раз-таки вы часто затрагиваете тему на канале про нации, да? Ну, и... точнее, наверное, в основном тему, связанную с Россией и русскими, да? Ну вот, и вы сейчас в разговорах часто говорите именно, называете, скажем так, казахи, да, грубо говоря? Казахстанцы. Да, вот я вот как раз хотел спросить, скажем так, не знаю, в вашей семье будет ли, ну, допустим, человек принимает на работу, да, и, скажем так, у него будут ли какие-то правила, которые, скажем так, будут заставлять его брать казахов, в плане, как-то, не знаю, налог ему платить, грубо говоря, меньше, да, ну, как при зарплате ездить. Наоборот, я считаю, что, условно говоря, вот первое, мы должны отказаться от этноцентризма. Да, это понятно, да. Мы должны прийти к лингвоцентризму, мы должны отказаться выделять казахов поблажки и так далее, но мы должны давать поблажки, льготы, бонусы любым гражданам, независимо от национальности, которые владеют казахским языком. Мы должны создавать систему, когда огромное количество из этих 3,5 миллиона русских и других там национальностей, они будут хотеть остаться в Казахстане, они будут хотеть учиться на казахском языке, овладеть им, делать карьеру, бизнес, работать, жить, стареть, умирать, служить, защищать эту страну. Такая система существовала в Османской империи, такая система существовала в Российской империи. Они отказались от этноцентризма и ушли в лингвоцентризм, и это дало силу для Османской империи и силу для Российской империи. Поэтому появилась система янычар в Турции, и эти янычары родились в России. Кутузов – это янычар, Лермонтов – янычар, Пушкин – это янычар, Даль – это янычар, Рокоссовский – это янычар. То есть... Если мы создадим вот такую систему, тогда русскоязычный казах не будет иметь сильно больших перспектив делать социальный лифт в Казахстане. И наоборот, украинец, русский, немец, бурят, который владеет казахским языком и верно служит Казахстану, он будет иметь все шансы стать депутатом, премьер-министром, министром, кем угодно. У него будет полный социальный лифт, если он владеет казахским языком. Если он хочет сделать социальный лифт, потрать несколько месяцев на казахский язык и стань супер популярным, супер важным, влиятельным чиновником, политиком в Казахстане. Да, это круто сказано, и я надеюсь, что многие граждане Казахстана как раз услышат именно эти слова. Допустим, меня критикуют за мою теорию Барака Обамы. Я считаю, что у нас должны появиться свои Бараки Обамы. И меня за это критикуют. Я вкладываю в это смысл такой, что если украинцы, немцы, русские с казахским языком, с казахским патриотизмом, с желанием служить Казахстану, где нет расовой дискриминации, где нет национальной дискриминации, и ты владеешь русским, казахским, там, еще другими языками, и ты суперпатриот, ты должен иметь возможности все, вот все 100% возможности. Никаких ограничений не должно быть, что только казах, только он должен стать там президентом, премьер-министром или акимом и так далее. Вот мы должны дать какой социальный лифт. Для... Тогда вот эти 3 миллиона человек превратятся из огромной проблемы
в огромную армию, которая будет для нас союзником и которая будет в первую очередь нас защищать от России, от Путина, от Кремля и будет на смерть идти ради Казахстана. Да, согласен. Вот, как я и сказал, реально хочу, чтобы каждый гражданин Казахстана услышал эти слова, потому что, ну, наверное, вы тоже сами понаслышке знаете, что у нас иногда бывают какие-то такие проблемы внутри Казахстана, хотя у нас и многонациональная страна, но особенно, типа, смотря на последние события, ну, даже в каких-то социальных сетях, да, идут какие-то словесные перепалки, которые затрагивают, типа, нацию и все такое. В общем, реально классные слова. Да, ну, я вроде обещал, да, что это будет мой последний вопрос. Не знаю, залез вы этот видос на YouTube или нет. По сути, скажем так, я no name, я не уверен, что кому-то это будет интересно, и в основном вы тут все рассказывали. Вот, да. Так что как-то так. Ну, это не последняя наша встреча, Алмаз. Я думаю, что мы еще 2-3 раза, 10 раз будем встречаться, и я буду всегда с удовольствием отвечать на ваши вопросы, и мы будем дискутировать, вы будете приходить на круглые столы, и да, мы будем обмениваться мнениями. Да, со мной можно на «ты». Да, вообще, в первую очередь, хотел бы с ней потом вот обсудить краски то, что я вам, ну, с самого начала, по какой причине я писал, да, да, и как-то это хотел бы потом обсудить в ближайшее время. Обсудим. И... Да. Обсудим, без проблем. Алмаз, большое тебе спасибо за такой разговор. Да, вам тоже очень рахмет. Это классно, это будет здорово, если ты быстрее вернешься в страну, и твои знания, твое образование, твои умения, они дадут максимальный эффект для Казахстана, и твои знания помогут и изменить режим, и сделать Казахстан в целом успешным, и тебе стать экономически успешным и богатым, обеспеченным человеком, который за счет своего богатства сможет и дать многое счастье для своей семьи, для своих родственников, для своих близких и для своего города, где ты будешь это все делать, и для страны в целом. И чем больше таких будет умных, грамотных и богатых граждан, как ты, Алмаз, я думаю, Казахстан будет действительно иметь шанс стать мировым лидером во многих сферах. Я бы хотел бы это увидеть при жизни. Рахмет тебе. Спасибо. Я не особо умен, но да, я постараюсь сделать... Все, что от меня зависит. Спасибо. Да, вам тоже, Улькин Рахмет. И я надеюсь, как можно больше граждан Казахстана будет смотреть ваш канал, подпишется и так далее. В общем, я реально очень благодарен, что вы оказали честь и решили со мной поговорить. Да, спасибо. Рахмет. Да, Рахмет. Сабулс. Сабул. Да.